Лол, Это ч чё молчишь? Я тоже включился, тут сидит, молчит что-то. секунду 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 а у меня звук идет на стриме народ посмотрите пожалуйста у меня есть звук на стриме потому что я что-то в боесе Надо опять зайти на главную страницу. И опять это. Так. Так, на миксере есть. А на ютубе. YouTube... Да, на ютубе я удалял. Заново ставил. Вот только после этого у меня подцепился стрим. Зашибись, короче. Это веселая фишка рестрима, ребят, и самого Ютуба. Зайдите на мой Ютуб. стрим. Всё. Вот так. А, я вон даже ссылку кину. Я даже открою. Там себе открою. Лол Нет Ютуб сдох Просто гав. А, подожди, вот еще Я, короче, это магия какая-то, ребята Это просто магия Это тупой ютуб он у меня, короче, херню страдает. Или рестрим у меня херню страдает. Может, если я сделаю вот так вот, я перезапущусь еще раз. Короче, а то прям, ну правда, херня какая-то. Сейчас перезапущусь. Но работает. Да. Да. И еще раз всем привет. Да. Технические сложности какие-то возникли, но благо YouTube теперь наконец тоже подключился. Запись это останется. Итак, да. Как как раз Сячеслав и говорил. Скоро Ситкон. Расчехляйте а, или не расчехляйте ваши кредитки и так далее. Тут уже по вашим силам, а, я сразу хочу самую главную вещь отметить. А, этот стрим будет посвящен ясно дело, кораблям. На что стоит обратить внимание, на что не надо обращать внимание, что по нашему взгляду можно брать, а что не надо брать. Но самое главное, о чем я говорю чуть ли не каждый стрим. Для игры достаточно иметь только стартовый пакет. Все остальные корабли можно либо арендовать в игре. И реально дешево, ну, смотря на какое время ты его арендуешь, либо его приобрести за игровые бабки, не надо тратить реальные деньги. Либо, напомню, есть организации, в которые требуются адекватные пилоты. Мы с Сечиславом, ясно дело, эти корпорации тоже возглавляем. У нас есть все, абсолютно все корабли. Если вы хотите на чем-то полетать, на чем-то попробовать и так далее, вступайте к нам и спокойно на этих кораблях летайте. Главное попросите зайти, ясно дело, в голос. Все легко и просто. Вячеслава не слышно на твоем стриме. Я полыхаю. Не знаю. Может, я молчал, поэтому... Слушай, я все это время молчал. Возможно, мне не было слышно, как вариант. Вот теперь должно быть слышно. Так, окей. Ребят, ну что ж, давайте пройдемся, начнем с самого начала. Ежегодная распродажа. Что такое ежегодная распродажа? И у вас появляется возможность приобрести практически все корабли, Которая есть В принципе в Star Citizen Есть много нюансов Которые необходимо знать В том числе эти нюансы Новые Во первых в этом году у нас не будет Кораблей от представителей Crusader, Crusader Industries Это речь идет О Mercury Это речь идет о Starliner там еще все. Ну баст, скажем баст. так, если быть проще, то у этих кораблей а -а -а. нету вообще никакой модельки, чтобы ее поставить да, на выставку. Так. Да а, в общем, вот эти корабли мы не сможем увидеть на распродаже. Почему такое принято решение на данный момент непонятно и неясно. Но может все измениться. Кстати, Циги а. смешно отшутились что, что инвесторы подумали, посчитали, тип, игровые, типа, вот, и пока еще не приняли окончательное решение. Э, 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 окончательное я поражался этого, да. Да, 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 да. Не, ну молодцы, молодцы. Итак, когда стоит ожидать распродажи, безусловно, многие ждут этого ответа. Ребят, еще раз. 23-24 число. Скорее всего, она будет запущена либо во время закона либо на следующий день после закона Не забывайте, у нас один день разница с... Точнее, один день. 11 часов. Полдня. Угу. Полдня разница. И, скорее всего, вот. это будет как и в прошлом году на тему того, что один день выставка одного производителя, второй день это выставка второго производителя и т.д. т.п. Опять же, я лично уверен, что будет один корабль по-любому, который уже дотаманера нарыли, это саба э, от Карака. Пистес. Да, 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 да. Писец такое название. Давай, только, только не надо матюкаться, это не писец, а пистес рыбки. Ну, я его всегда хочу по-другому назвать, у меня почему-то язык так крутится, но да, вот этот корабль уже люди нашли, я лично думаю, еще какой-то какой-нибудь кораблик также появится, как и в том году. Машинка, машинка может какая-то быть. Может, я был бы вообще декорат, если бы рейнджеров выкатили наконец, и можно было бы на моциках покататься, вот, и я опять же... Уверен, что каждый день, как и в прошлом году, можно будет подойти, взять бесплатно эти корабли, которые стоят на выставке, и на них летать. Прям на 99,9 уверен. Вот так мы есть. специально открыли вам картинку прошлого года, чтобы показать, что вот в один день одно, во второй день другое, в третий день третий, и последние дни все производители они просто туп в продаже, потому что как да. это да, да, не, не, говори, 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 говори. Как это обычно у них всегда происходило все прошлые года. В один день один производитель, и можно покупать либо апаться в корабли этого производителя. А может, ты там, не знаю, в командировке был, ты не успел в этот день, а хочешь именно вот корабль этого производителя. Всегда в последние дни, несколько там, два, три дня, плюс-минус, всегда идет распродажа всех кораблей. Цыгам же надо баблоты в конце-то концов. Вот можно все и купить для тех, кто опоздал в какой-то день, что-то себе попробовать полетать, или же ты тем более новичок, ты там в один день на одном корабле полетал, в второй день там на другом производителе полетал, а потом сидишь и думаешь, что тебе больше нравится. Такое тоже спокойно можно рассматривать. Угу. Итак, э э есть, ну да, информация подтверждена вроде как датамайнерами, о том, что у нас появятся рыбки, то есть пиздусы. С какова их цена, но мы можем только гадать. Если, Писцы. Это снап, если это Снап, то, в принципе, цена от 30 до 50 долларов. Ну, я буду громко смеяться, если его цена будет 150-130 долларов. А да, с учетом я. того, что цена Караков стоит, сколько там? 400 да, долларов. Да. 400 долларов. Ну, это будет реально смешно. Но я думаю, все-таки его цена будет до полтинника, и, соответственно, он должен быть с пожизненной страховкой. И, соответственно, у вас появляется возможность приобрести, точнее не приобрести, а сделать любой корабль с пожизненной страховкой, благодаря возможности апгрейдов. То есть, что такое апгрейд? Если вдруг вы не знаете, вы заходите на страничку RSI, и у вас есть Ships Upgrades. Вот здесь, если вы купите пистес, ну, в принципе, не обязательно, есть два, два варианта, MyShips и просто Ships. То есть, если MyShips, то все, что вы можете апнуть со своих кораблей. Если вы выбираете MyShips, то есть, тут все корабли, которые можно проапать. Но, еще раз, все корабли, которые можно проапать, но не каждый корабль можно проапать. Ну, вы поняли, да? Например, и Идрис нельзя проапать, да, там, кто у нас там еще какой-то... Во, во что? 800, да, во что, да, 800, 890, по-моему, насколько я помню, нельзя пропать. Орион нельзя уже пропать. Ап это еще остались старые, но вот к сожалению нельзя. Геркулес А2 тоже в него нельзя апнуть. Вывели Хул Е тоже вывели, насколько я помню, в него нельзя апнуть. Вот и да, в этом году ходят слухи, что возможно и этот список пополнит и Полярис. Если вдруг Полярис не пополнит этот список, я рекомендую все-таки набрать апгрейды, поскольку рано или поздно его все равно выведут из списка кораблей, в которые можно апнуться. Опять же, это лично мое субъективное мнение, ребят, это не официальная информация, это лично мое субъективное мнение. А на тему вопрос. Идрисов и Джевелинов, я уверен, как в том году их также партиями будут выкатывать. Кто успел, тот купил, как они из года в год и делают как за стор кредиты, так и за реал. причем кэш. лимит на самые веселые это. Вот. И еще очень важный момент. С каждым годом, с каждым годом ЦИГи продают корабли со страховкой не 6 месяцев, а с, той, с, тем, с тем сроком, какой уже у нас происходит создание игры. 5, В прошлом году это было... 6 лет в том, в том да, 6 было, как помню, 72 да. Месяца. в прошлом году было 6 лет. Соответственно, в этом году мы должны ждать корабли э, со страховкой 7 лет. Теперь есть один нюанс. Напоминаю, в прошлом, в прошлом году ЦИГи вывели возможность покупки кораблей с ЛТИ за стор кредиты. В прошлом же году, правильно? Да. Сколько я помню. Да. В прошлом году. Но они остали, оставили возможность покупки, покупку кораблей за стор кредиты, у которых 6 лет было страховки. Останется ли эта возможность в этом году? Пока что нет такой уверенности, но все-таки я склоняюсь больше в сторону, что оставят корабли покуп, с возможностью покупки. Семилетней страховкой за стор-кредиты Что такое стор-кредиты? По факту это ваши уже потраченные деньги В игре, то есть вот вы видите, да, стор-кредит То есть это что-то я расплавил за 125 баксов А что это? Это билет на CitizenCon На который я не поехал, но поехали наши Ребята, завтра уже вылетают И соответственно первые фотографии Я от них уже ожидаю С которыми я обязательно с вами поделюсь Турбо я тебя там тоже заброшу, я думаю uh -huh. В принципе Будет всем интересно. Ну, а, конечно же, 23 числа не пропустите наш совместный стрим с переводом. С нами будет еще Влад Сплит к нам присоединиться, но еще и, ребята, будут переводчики. Постараемся сделать перевод всего ситкона, но не обещаем. Надеюсь, к нам еще потянутся. Как бы два переводчика есть, надеюсь, еще будут, чтобы... Короче, будет можно... по-любому интересно. Да, присоединяйтесь, не пропустите. Тем более, как я помню, чтобы смотреть, что они показывают. Или уже убрали, кстати, что надо покупать их билет. А, убрали, убрали, да. Все будут видеть. Но опять же, смотреть в своей компании. И тем более, мало ли кому интересно наше мнение в конце концов. Как бы мы это тоже будем озвучивать. Хотя, я думаю, все будут сидеть и... Вау, нифига! Ну, что-то типа того. Как бы... Крис это умеет делать в конце концов вау ребят на ваши вопросы обязательно ответим в конце стрима давайте сейчас не выходите из графика стрима Итак теперь давайте немножко пройдемся по э, того что такое серый рынок Серый рынок, по факту, это такие же самые игроки, которые, которые в свое время смогли накидать байбек еще за стор кредиты корабли с пожизненной страховкой. В целом, и на сегодня серый рынок работает, это уже превратилось в какого-то рода бизнес, а кто-то просто качает биллинг. Зачем качать биллинг? Чтобы получать плюшки. Кто-то хочет получить себе Lightning, кто-то хочет себе получить золотой шестисотый, кто-то еще, кто-то золотой просто вещи какие-то, но речь не об этом. Так или иначе, это все все равно будет серый рынок, с возможностью получить другой корабль от другого игрока. Но, здесь есть один момент важный. В этой ситуации очень существует много рисков. Риски как на то, что вас могут кинуть да, кинуть развести и так далее. PayPal защищает. Да, PayPal защищает больше покупателей, чем продавцов. Подробности я не буду рассказывать, как, что, к чему. Я вам просто рассказал, как оно есть. Вот. и есть. Самое главное, не покупайте чужие аккаунты с каким-либо кораблем. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае за это вы получите бан. Ребят, сразу предупреждаю, кто бы да вам что ни предлагал, какой бы ни был бы вкусный аккаунт. Вы рано или поздно получите бан. Да сколько Почему? бан, сколько. Грубо говоря, вот я хочу кинуть кого-то. У меня есть там левый аккаунт. На нем что-то вкусное есть. Я говорю: ребята, за полцены отдаю прям горю бабки нужны. И ты такой о! Выгодно покупаешь. Я сижу, страдаю, херней, и потом, блин, что то захотелось мне поиграть в ЗГ а аккаунт у меня есть, и похеру, уж он проданный. Я пишу цыгам, ребят, я там, не знаю, в командировку уезжал, я тут, вот, я хозяин аккаунта, вот мои паспортные данные, они везде все совпадают, как бы, верните мой ак. И они, до свидос, аккаунт мой. А ты сидишь и все, <сёк> ты попал. Поэтому аккаунты, ребят, ни в коем случае не покупайте. Корабли еще можно, и то только у проверенных людей, либо на свой страх и риск у кого-то можете брать. Ну, аккаунты явно никогда не берите. Список, в принципе, проверенных торговцев вы всегда сможете найти на наших серверах с turbo Поэтому да. можете спрашивать, но одного, одного из них вы можете увидеть даже под, у меня под стримом. Эти люди действительно проверены, и к ним не было никогда никаких вопросов. Но давайте пройдемся немножко в целом, где же искать серый рынок. Серый рынок вы всегда сможете найти на Reddit. Там есть специальная группа Star Citizen Trades Как вы видите, здесь есть огромный список торговцев, Дай которые ссылку. торгуют Сейчас, секундочку, извини Ловим mm? Вот, и соответственно здесь вы сможете выбрать любого торговца, которого вы можете приобрести Всегда смотрите на репутацию того или иного торговца После того, как вы зашли на страницу торговца, да, вы можете вот, э, увидеть перечень кораблей, либо перечень апгрейдов, которые он продает. Также вы всегда сможете увидеть, какая страховка. То есть, вы видите, да, страховка, например, LTI, э, страховка 72 месяца. Э, ну, оно оформлено в банально такой табличке. Э, Итак, стрим где-то у нас планируется порядка до двух часов. Ну, я надеюсь, мы... Может, за час... Хот хотелось бы за час вложиться, но, боюсь, можем не вложиться. Вот. И э, вот вы можете наблюдать, как выглядят апгрейды, как выглядят э, те же самые вещи. О, сразу гладиус, лт, 75 баксов при его себестоимости в 90. Да, да, да. Вот. И, и что еще можно знать и... В принципе, что нужно знать, это то, что распродажа, создание ребят для вас, именно для вас, как для обычных игроков, которые не занимаются торговлей, и это специально для вас, запускается с возможностью приобрести то, что вы хотели себе кинуть в ангар, чтобы это у вас было. Но если вдруг вы пропустили каким-то образом распродажу, вы ее сможете докупить на сером рынке. Я долго останавливаться не буду в целом, но хочу сказать следующее, что серый рынок себя зарекомендовал как с положительной, так и с отрицательной стороны. Очень много, конечно же, мошенников, которые пытаются ну, завладеть вашими средствами путем обмана и мошенничества. Будьте аккуратны. Вы, еще раз говорю, будьте очень аккуратны, и на свой страх и риск приобретаете те или иные предметы. Чет, Вы да, много да. времени на серый рынок, правда, уже. Ну да, сейчас перейдем. Поэтому мы долго на этом останавливаться не будем. И, соответственно, мы переходим дальше. Итак, как ранее было сказано, каждой, по каждому дню будут представлены те или иные корпорации. И внутриигровые компании, которые могут представлять свои корабли. На каких кораблях остановиться? Это тот вопрос, на который не смогу ответить ни я, ни Turbo. Почему? Потому что каждый в свой геймплей. Прежде чем определиться, чем вы будете заниматься в Star Citizen, то ли это будет майнинг, то ли это будет сальваж, то ли торговля, то ли вы будете летать Принимать участие в боевых каких-нибудь там батали, в баталиях. Принимать участие и именно после этого мы сможем что-то посоветовать. Но опять же, покупка кораблей за реальную за реальные деньги, как ранее было сказано, это не обязательно. Вам достаточно просто приобрести стартовый пакет. И во время распродажи, вполне возможно, мы получим. По крайней мере, каждый год мы получали до этого стартовые пакеты мустанки и Аврора с теми же самыми 5-6. Годами страховки. В этом году, вполне возможно, мы получим 7 годами э, страховки. Но такие пакеты возможно покупать только за реальные деньги. За стор кредиты вы их не купите. И до этого была скидка 10 долларов. Сколько будет ли скидка в, это, в этот раз? Мне кажется, также оставит э, именно 40. На FreeFly всегда была 40. скидка десятка, а теперь была да. пятерка. Вот. Опять же, сделано да. это для реферальной системы. И, скорее всего, я думаю, что это также же оставит. Буквально пару дней, по сути-то, это мы и узнаем. Как бы это уже, это дело такое. Скидка 5, либо 10, ну, по сути, не слишком много-то и сыграет. Пачку пельменей, грубо говоря. Либо купишь, либо нет. Все просто вообще скидки ну, yes. на улучшение кораблей, ребят, сразу говорим, не будет. Опять же, на тему кораблей мы сейчас пробежимся по всем производителям. Я вкратце расскажу, на что можно обращать, на что не надо обращать внимание. Вот и самое главное для вас. Пока вы сами лично не определитесь, кем вы хотите быть в игре, на каком корабле вы хотите летать и самые главные вопросы. А что лучше вот это или вот это, ребят, честно даже отвечать не буду, потому что вы должны сами полетать на всех кораблях, которые вас интересуют. Заходите в Discord, спрашивайте этот корабль, летите. Ну, опять же, если этот корабль в игре есть, потому что много кораблей в игре еще не добавлены. Вот, но, по крайней мере, из тех, что вы можете пощупать уже сейчас в игре, полетайте и не полчасика, и не там до одной смерти, а прям, чтобы прям налетались, как говорится, и потом сами для себя принимайте решение, на каком из кораблей вам нравится играть. Опять же, напомню, игра в альфа-версии, все могут поменять. Уже меняли неоднократно, еще раз могут что-то поменять, поэтому если вы сейчас на одном корабле поняли, что я тут вообще прям нагибатор, и потом могут что-то поменять, и ты уже не станешь этим нагибатором на этом же корабле, как это было с Глейвом раньше. Но как есть. Ну Там, и я... рыбки у нас должны быть, кстати, я забыл сказать, наши рыбки, которые должны появиться, они должны быть двух вариантов, насколько я помню. Вот. Скорее, как опять, как с этим с баллистой. Расцветка такая, расцветка такая. Ну, там, я думаю, будет премиум вариант, и не премиум вариант, Ну, в общем, именно на вас, как на пилота, это никак может не может повлиять. В общем, посмотрим. Ну что ж, турба, конечно же, мы начнем, наверное, с Иджисов, и турбок, конечно же, остановится на Титане. Ну что ж, да. Первый. Опять же, в какой день? Кстати, в позапрошлом билде а, датамайнеры находили, в какой день какая выставка будет, ну, вернее, какой производитель. А в нынешнем билде, который вчера ночь что ли, вышел, если правильно помню, а тут уже все это убрали. Хотя нифига разницы не меняет, как бы, какой дней из иск... Какое, какая мануфактура будет путешествовать. Поэтому мы пройдемся по всем кораблям, что будет, что не будет и так далее. Тем более здесь, как я говорил, много кораблей, которые не будут выставлены на выставке. Ну, ясно дело, их вообще тупо нету еще в игре, но мы по ним тоже пробежимся. Мало ли, у вас есть свободные финансы, у вас есть возможность, у вас есть желание потратить реальные деньги, вы как-то захотите каким-то кораблем заинтересоваться. Опять же, я еще раз говорю, нахер это не надо, можно все в игре накрабить. Ну, либо если не хочется крабить, как бы, это твое право. Итак, Сталкер. Разновидность Титана, которая э, нацелена именно Avengers. на тюремный геймплей. Avengers Stalker, да. Вот, напомню, тюрьма у нас появится вот-вот скоро. Тюремный геймплей, когда ты кого-то поймаешь, вырубишь, притащишь в исправительную колонию, где они будут делать какие-то задания. По крайней мере, как это в родмапе было написано. Вот сталкер именно охотник за головами. У него есть сзади специальные камеры куда-то этот тру... Трупецкий, хочу все сказать. А, тело погрузишь. Как это выглядит, ребят, будет, я опять же не могу сказать, пока циги это еще геймплей не показывали, но корабль как бы на это нацелен. Вот мое, мое мнение, что это будет поначалу как телепорт работать. Скорее всего, да. Мне так же кажется. Пон поначалу, как телепорт будет, а там посмотрим. Сталкер, mm -hmm. кстати, повоевать довольно-таки нормальный корабль, но опять же он мне лично не сильно в этом плане нравится. По крайней мере, я еще не чувствовал этот геймплей Баунти Хантера, который именно оглушить должен кого-то и запихнуть туда. Вот. Увидим потом: Титан кстати, где простой титан? ты что, родной? Ладно, у меня почему-то здесь только Титан Ренегат горит. Но как бы ладно. Есть простая версия Авенджер Титана, есть Ренегат. Титан обычный ниже, через Гладиусов. Они поменяли что-то на странице. Где-то там далеко. Далеко-далеко, да. Он после, он где-то там аж Аж, аж внизу. Ну ладно. Как бы две версии Авенджера и Титан. Просто Титан и Титан Ренегат. Это, я уже всем говорю, это топовый корабль для любого из новичков. Потому что простая версия Титана стоит 50 баксов. Ты покупаешь стартовый пакет с Мустангом. Потому что себестоимость Мустанга 30 баксов еще докидываешь двадцатку, апаешься в Титан и вообще радуешься игре. Потому что на этом корабле и воевать можно, он реально кусачий. На нем можно грузы возить, у него сзади много трюм имеется. На нем можно друзей катать, в конце концов, и так далее. Как бы вооружение, сильные ракеты, в конце концов, есть, как бы, мне этот корабль прям дико прет, вот на него прям всем советую обратить внимание, и Титан Ренегат, вот Ренегат это лимитный корабль, его просто так не выцепишь, в отличие от простого Титана, у Ренегата стоят охеретительные движки, он топит, как вообще спортивный корабль, сходу и ушел далеко, по сути, это вся разница. Поэтому здесь уже решайте сами, вам нужен прям вообще адовый жоповоз, или он вам не нужен. Но Титан, да, это прям красота. Погнали. Гладиус. Корабль. Чем мне больше всего нравится, то что циги на нем всегда первым делают различные улучшения худо кораблей. Они его как тестовую площадку, по сути, используют. И Гладиус это как раз легкий истребитель. Одноместный, на нем поторговать, ясно дело, нельзя. Но кусается больно. По управлению очень хороший. Реально, на мой взгляд, самолет очень сильно похож, э, по крайней мере, по управлению в атмосфере. Но корабль, правда, для бойцов э, очень даже подходит. Хотя по пушкам Титан можно также забабахать, как и Гладиус. Он просто... Титан менее маневренный, чем Гладиус. В конце концов, Титан не воевать сделанный. Гладиус Валиант. Ребят, сразу говорю, он нахер не нужен, потому что просто немножко переделанные вооружения, плюс раскраска корабля, и корабль дороже на 20 баксов. В не надо. Обычно Гладиус, если хотите воевать. Ради мир. Корабля нету, давно нету, до да усрачки давно нету, поэтому на него даже, думаю, даже еще не скоро мы о нем что-то узнаем, поэтому даже не тратим на него время. Радимир, я перебью, Радимир очень хорош в некоторых апах, для некоторых, у кого остались нулевки. Ну, чтобы у вас было реальное понимание, на, благодаря этому апгрейду с Радимира можно было себе собрать можно было себе собрать даже дешевле, чем у меня, но все равно бану мерчмент за, за, за. Я его собрал за 200 долларов, если кому-то это интересно. Вот он. Ну, опять же, это для старичков. И кто да. прям интересовался этой темой, а таких тут единицы, я бы так сказал. Ну, там, конечно, вы больше материала найдете у Оскара, он в этом больше специализируется, по апгрейдам, по схемам, как дешевле сделать, в принципе. Угу. Mm -hmm. Вот, пока, mm -hmm. кстати, далеко от Гладиуса не ушли. Здесь есть Пиратский Гладиус, другое вооружение, красненький цвет, дается только после прохождения в арене командоре всех э, волн в Пиратах. Вот, 90 баксов, но самое главное, пожизненная страховка на нем стоит как бы, вот вам вариант еще одного веселого корабля, но его нельзя улучшать пока. Как бы, такая вещь. Джевелин. Ребят, даже особо про него не буду рассказывать. Корабль стоит 2700 баксов, либо 3000 кредитами. Корабль только для корпораций, как бы... Новичку он в пенде сдался. 80 человек. Ну, разве что вы будете на булочную ездить к вандулам? Там я не знаю, ну в общем, да, это корабль корпоративный. У него есть два варианта получения. Первый вариант это покупка, как сказал турбо за стор-кредит. Даже давайте три. Да, пока мы один, один облачный, все-таки три варианта: первый это как сказал: турбо за стор-кредит, либо за кэш. Второй вариант это получение за рефералки. 2017 рефералов должно приобрести в Star что-нибудь на 40 долларов. Ну и третий вариант. Возможно, в будущем будет возможность покупки его за игровую валюту. Четвертый стырить. Четвертый стырить, кстати. Четвертый угнать. Ну, кстати, пишет, пиратский гладиус можно улучшать. Вот, все, зашибись. Можно, 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 да, да, да. Там, я, я им особо не интересовался, как бы, но. Но, ей-богу, считаю, говно. Вот правда. Вот как есть на него надо позадрачиваться, красненький скин, да и хрен бы с ним. Вот, ну ладно, хотя бы улучшать можно. Я только знаю, что если ты его расплавишь, то жди, сколько там, месяц, что ли, чтобы его можно было назад выкупить, как бы, нафиг. Наутилус, корабля еще в игре нету, еще, скорее всего, не скоро появится, корабль, который будет ставить бомбы. Механики этой нету, поэтому, ребят, еще не скоро ждите, но когда он появится, геймплей станет куда интереснее. Но пока его не показать, особо не рассказать, ничего нельзя. А... Nautilus Soul Edition. Да, это разновидность Nautilus. Проехали а, дальше. Тоже, да, фигня. Вулкан. Вот этот корабль, лично, на мой взгляд, для тех людей, кто хочет заниматься именно поддержкой кого-то. Да и неписи в конце концов. Вот это самый топовый корабль. Я его, кстати... Ой. Наверное, один из единственных кораблей, который я хочу себе тоже в ангар себе приобрести. Корабль посвящен тому, что ты можешь заправлять, чинить и вооружать другие Универса... корабли. Универсальный саппорт, да, грубо говоря. Да. Вот и самое главное, он на нем еще дроны стоят. То есть где-то там недалеко от тебя стоит какой-то поломанный корабль, ты взял определенного дрона, который там починит. Ты закупил там, ты узнал, что у этого корабля кончилась горючка. Ты ее купил, подвез к нему, дроном туда п -п, присосал, вот, его заправил, и чувак довольно счастливый, как бы. Для людей, кто хочет с поддержкой заниматься, вот этот корабль, вот, на мой взгляд, прям, прям вообще секос просто будет получаться. Если 200 правильно... долларов, по-моему, да? Да-да-да, да, да, 200, да. Вот, как бы, вот, на него реально стоит обратить внимание, тем более корабль лимитный, его просто так, когда захотел, ты его не купишь, поэтому Обращаю здесь внимание. Далее, Хаммерхед. Для одиночек пень не сдался, правда. Если у вас есть своя компания, человек это 5, потому что хотя бы 4 турели, чтобы ваши коллеги заняли, плюс один пилот, тогда еще смысл будет. Летать одному на этом корабле, ребят, смысл, правда, вообще ноль просто. Будете, будете только ракетами с памятами их 24 ракеты, насколько я помню на нем. 32. Ракета... А, 32, да, 32. Ракеты закончились, и все. Да, как бы корабль реально для компании офигительный. Но, опять же, либо одному покупать, либо скидываться для вашей компании, вот тогда хорошо. Для соло игрока, ребят, даже не смотрите. Тем более его цена, она, поверьте, кусачая, 750 баксов. Как бы нет, спасибо, не надо. Ребят, на тему э, локализации игры сразу говорю, ее еще не скоро можете ожидать, и прямо сейчас ее вводить вообще нету смысла, пустая трата времени, правда? Погнали дальше. Saber Рейвен на данный момент его никак не приобрести. Это была акция при покупке Intel Optane SSD диска. Там давался код, и ты получал данный кораблик к себе. Поэтому его уже все. Как бы эксклюзивчик. Разве, разве что вы можете приобрести на сером рынке коды опять же, на свой страх и риск. И если там... найдешь, кстати говоря. Да, находили за 45 долларов, находили даже и нормально не кидали. Кстати, людей. дешево. Дешево, очень дешево, да. Так. Вот. Поэтому на, на свой страх и риск, хотя Циги его оценивают в 200 долларов. Либо, если у вас друзья, либо вы там занимаетесь железом, и вдруг вам попался вот этот аптенг, с этим кодом можете вообще бесплатно даже себе его вот с коробочкой. Да, преимущество, да, преимущество из преимуществ. Сейбер идет со стартовым пакетом. Из минусов там два, два месяца страховки. А. С ЛТИ вы не найдете. Но опять же напомню, страховки сейчас не работают. Они будут работать только с релиза игры. Вот, и как бы тема страховок, она еще такая еще поверхностная. Как бы. Потом узнаем, на тему страховок дальше. Погнали дальше. Эклипс. Вот на него реально обращаю внимание. Корабль для одиночки. И корабль именно для тех людей, кто хочет... Покуривай сигаретку, увидел большой, именно большой корабль, на мелкие смысла нету, вот, и ты просто его торпеду туда, и до свидос, у тебя три торпеды на борту, Взрывать будешь красиво, прям с фейерверком. И самое главное, ты стелс-корабль. У тебя очень малые сигнатуры. тебя, чтобы спалить, либо надо сканировать, что очень мало игроков по сей день это делает, а зря, ребята. Вот. И ты просто из невидимости, образно выражаясь, просто кидаешь торпеду и смотришь, как разлетается твоя Тупо. цель в щепке. Угу. Это у тебя с трансляцией говорят, перепроверь трансляцию. Я не знаю, как это. У тебя есть на Твиче? Ты Твич идет сейчас? Сейчас обновлю рестримку. Не, просто ты встречаешься. Онлайн, 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 онлайн. Все нормально, да? Ладно, поехали туда. Король... А, во, уже работает. Поехали. Дальше. Ребят, это прикол уже, видимо, либо рестрима, либо, либо кого-то. Я не знаю. Ну ладно раз работает, то все окей. Короче, Eclipse, ребята, советую. Корабль лимитный. В любой день его не купить, а корабль, правда, классный. Вот на нем надо полетать. Попросите в Дискорде у кого-нибудь, там, в игре его тоже, кстати, купить можно. Вот, и поверьте, он вам понравится. Но опять, для тех людей, кто хочет именно сколько воевать, сколько просто без особого труда разносить большие корабли. Для меня почему-то это сразу Варкрафт, разбойник, там в Тихарца подрезать кого-нибудь, вот <laughs> как-то. Ну ладно. Ну, либо подлететь, там снести катерпиллер, который стоит на Деймаре, перекрывает дорогу отряду, едущимся до бункера. Да, 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 да. Если вдруг кто не смотрел видео, ребят, Ксичеславу бегом на канал. Это бомба. После стрима, после стрима, конечно. Да. Поехали дальше. Дальше. Вангарды. Тут две версии, ладно, там еще где-то ниже будут две. Четыре версии Вангарда. Хоплайт. Вообще Вангарды мне все нравятся, если на то пошло, потому что они все тяжелые, бронированные, могут очень больно укусить. Вот. Плюс ты еще можешь второго своего коллегу посадить в турельку, который тоже довольно-таки хорошо кусается. И у каждого внутри есть своя эксклюзивность. Хоплайт это корабль, который будет возить десант. Тебе надо высадить толпу народу на какую-то точку, они все к тебе погрузились, ты пролетел, их выгрузил и полетел там по своим делам. Как бы вся, вся версия Хоплайта именно в этом. Варден — это уже корабль повоевать. У него много ракет, он еще более по чем Хоплайт получается. Тестировали, Пару патчей было одинаково, потом опять посильнее Как бы все время туда-сюда шаманят Самое главное, кстати, у всех Варденов а, У них очень большие топливные баки Вы очень далеко можете Именно на Вангардах улететь На других корабликах вы так не улетите Ну, опять же, про мелкие размеры кораблей Говорю Вот На Вардене постреляться вообще за милую душу И накидать ракет Хотя вот ниже там Дойду до следующего Вардена, он вам еще больше понравится Идрис М Идрис П ну, ребят, корабль за полторы тысячи баксов. Опять же, это корпоративный, и на нем особо останавливаться не будем. Потому что. Тут, тут извини, надо добавить, есть еще вариант Идрис-К, так называемый. Он в прошлом году появился. Кит, да, кит. Он в прошлом году появился. Это среднее между Идрисом П и Идрисом М. То есть он сильнее, чем Идрис П, но слабее, чем Идрис М за счет апгрейдов своих. Турель, э, ракетные турели ставится, пушка там энергетическая, десятого размера на носу крепится. Но это корабль именно capital класса, который будет большая-большая туша летать и. Что-то делать. Что вы там придумаете? Опять же, для управления кораблем 20 хером рыл требуется, как бы. 28. Да. По-моему, это максимально, это максималка, там, поэтому... меньше, деле, Корабль, думаю. ребят, не для соло игроков, поэтому на нем сильно не тормозим. И это корабль именно для. Куча-куча народа. Реклеймер. Корабль уже в игре есть. Лимитный корабль. Механики на него пока еще нету. Корабль, который будет летать и разбирать остатки после какой-нибудь войны, скорее всего. Вот, будет разбирать остатки кораблей. Вот, причем жрать будет все подряд, потому что корабль очень большой, у него здоровые клешня. Я всегда угораю, что он этой клешней зацепит какую-нибудь Аврору и просто живьем ее сожрет. Плюс там есть отсек для дронов, которые также будут летать и разбирать другие кораблики. Как бы корабль для заработка. Реально, ты летишь после какой нибудь битвы и там еще себе бабки еще зашибаешь. Хороший корабль. И правда он громадный, он вам Понравится. Посмотрите обязательно обзор, как бы вы оцените эту тушу. Реталлятор. А, тебе говорят, опять вроде отвалилась у тебя. Я пока что отвечу на вопросы. Домион, да, мы уже говорили, снабы будут только на Карака. Для Карака это, мы, это речь о писцах. Рыбки, так называемые, да, созвездия рыб. А вот. И скорее всего, будут, они вроде как подтверждены. И мы должны их увидеть на этой распродаже с пожизненной страховкой, да, вот говорят, что действительно отвалился. Я вообще не знаю, как это делается. Это рестрим уже отправка данных, да? Выпал Но, да. о Twitch онлайн, миксер онлайн. Он меня а берет, эту... просто подключится, отключится, подключится, отключится. Как бы понятно. Веселый хрень. Ну ладно. Я не исключаю, кстати, что Карака может действительно подорожать, ребят. Ну, мы до карака, мы это в Энвилах, мы на нем остановимся отдельно. Поехали дальше, турбать как. Так, короче, все на Твиче Написал. Пере переходите. Ютуб умирает, я не знаю. Жалко, конечно, запись будет страдать. Но ладно. у Свеч вас потом перезалит на Ютуб. Ну, кстати, всё. да. реталятор. Схожим да, с я. Эклипсом. Да, бомбер, разновидность реталлятора. Ну там про другие как бы очень мало информации, что и возить можно будет, и грузовой из него сделать. Как бы пока только по сути бомбер-то у нас играющий. Вот, а схож с Эклипсом. Напомню, Эклипс это корабль, который торпедами всех расстреливает. Здесь торпед куда больше. Ну и корабль, соответственно, больше. Но он нифига не стелс. И на этом корабле, да, можно летать соло, где-то там вдалеке зависнуть на целью и запустить в нее кучу торпед именно и разнести. Там все, короче, умирает, практически все. Вот. Но если тебя запалит хотя бы один боевой корабль, ребят, вы труп, если вы летаете на нем один. Потому что отмахиваться вам, кроме как торпедами, нечем. Торпеды вы скинули, все, вы пустой корабль. Летите на перезарядку, по-другому никак. И, Короче, плюсы хорошие, и минусы еще больше. Но это на мой личный взгляд. Цена у него не сильно кусается, поэтому, если вы хотите там издалека покидывать и все уничтожать, как бы корабль интересный. Но опять же, минусов в сравнении с эклипсом у него больше. Опять же, это мой личный взгляд. Во, кстати, добрались наконец до вангардов. Харбинджер, Вот! корабль для тех, кто прям вообще убивать хочет, прям чтобы ты мог танковать много урона, мог сильно накидывать и еще дофига ракетами кидать, потому что помимо просто кучи ракет и очень сильного вооружения и очень хороших щитов и корпуса у него есть еще, ну как, я бы их мини торпедами по сравнению с ретоляторами назвал пятого э, размера торпеды, они правда делают боль, а у него их много и плюс много мелких торпед, фу, ракет. Корабль для воевать прям дико создан. Хотя он даже, когда расстреляет все свои ракеты, он все равно может накидывать много урона. И самое главное, в отличие от всех других вангардов, турелька. Но турели стоит ракетная турель, а не просто пушечки. Так что ваш коллега может еще больше ракет накидать. Как бы корабль прям классный. Но вот на него стоит обратить внимание, тем более корабль лимитный. Просто так его не купить и Сентинель. Механик <laughs> взломов, противодействия, помощи там взлому чужого корабля и все в таком же духе пока еще, правда, нету. Поэтому это просто корабль сейчас на полетать. А так у него функционал довольно-таки будет большой. Когда будет, какой он будет, ребята, не могу сказать. Поэтому тут как есть. Сабля. На этом корабле летает очень много пилотов потому что, во-первых, он реально маленький. Ну, в ширину, конечно, он нормальный по длине получается, а вот в э, высоту он реально мелкий выходит. И плюс у него малая сигнатура, он стелс. Если ты все повырубаешь и войдешь в стелс-режим, тебя реально практически не запалить. Очень хорошее вооружение. Но самое, что меня больше всего печалит, уже из патча в патч у него в щитах есть дырки. Если знать, где они находятся, тебя разберут всего за пару выстрелов. Но опять же, это минусы игры, а не самого корабля. Но корабль для людей, кто хочет именно полетать и пострелять, вот на него присмотритесь. Это реально классный корабль, но на нем надо самому лично полетать. Можно я добавлю кое-что. Mm -hmm. Я еще хочу обратить ваше внимание. Вот Турбо сказал, что это стелс, абсолютно верно. И самый важный момент то, что э, на сабле вы сможете втихаря отлавливать э, в нужные вам цели и их уничтожать за счет своей стелс ну, за счет низкой сигнатуры. А корабль, он помимо всего, помимо того, что и обладает стелсом, у него очень хорошая еще огневая мощь как для корабля такого класса. Вот, поэтому я, 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 например, бы рекомендовал бы корабль. Я лично сам планирую на этой распродаже себе приобрести этот корабль. Ну, как-то так. Корабль реально интересный. Рита, базовая версия. Ну, как я говорил, есть Рита чисто с кучей торпедных отсеков. Базовая версия, она, по сути, будет пустая, которую ты сможешь сам... Внутри поставят либо бомболюк, либо грузоводчик и так далее. Пока этой модульности нету, когда она появится, вообще никакого слова нету, поэтому про базовую версию, ребят, правда, сказать нечего. Пока вместо базовой там сразу именно стоит бомбер. Ну, в самой игре в плане имеется в виду. Далее, Avenger Warlock. Опять версия Авенджеров. О, кстати, а вот Титан, про него я уже рассказывал. Я же говорил внизу, в самом. Да, один из последних, блин. Варлок реально интересный корабль, вот, потому что у него можно заряжать электромагнитную пушку. Ты заряжаешь, вокруг тебя такой синий купол образуется, мощность доходит до 100%, подлетаешь поближе к цели, шарахаешь, и цель выключается. Щиты выключаются, движки выключаются, пушки выключаются, корабль висит как кусок говна в космосе, вот, и ты его можешь спокойненько расстреливать. Желательно это делать с каким-нибудь коллегой. Ты подлетаешь, вырубаешь, а твой коллега, не знаю, торпедку из Эклипса пускает по полностью отключенному кораблику. Это просто ваншот, ванкил будет получаться. Как бы корабль именно для поддержки. Да даже и соло можно на нем летать и вообще просто тупо фаниться. Для меня развлечение, кстати, было подлететь в атмосфере, к какому-нибудь кораблю, который начинает только взлетать, его вырубить, и он вниз просто падает и расшибается. Но веселый корабль, короче. Титан, я про него уже говорил. Сейбер Комет. Ребят, в пень не сдался. Опять же, другое вооружение, другая раскраска, плюс дополнительные бабки за шкурку. Не нужен. Берите простую саблю. Все. <laughs> там всё разница просто. 10 долларов, насколько я помню, да? Или 15. Да. А смысл какой-то непонятный. С -с -смысл да и, откровенно, откровенно говоря, меня лично а, вот эти раскраски у ЕЕ раздражают на его крыле. То есть, как бы, вроде как, шкурка сама симпатичная, но вот эти... Декаль вообще она вообще не в тему вот если можно будет свои вставлять о чем цыги ранее говорили что можно будет по-своему делать интерьеры кораблей ну посмотрим посмотрим тут так, кстати я... хороший комментарий пришел Глав... под подварлыка главное чтобы коллега рядом не летал а то будет смешно я бы сказал еще смешнее будет когда ты своего в досвидос отправишь Итак, сколько стоит Рита? Если речь о Retaliator Base, то он стоит 150 долларов, насколько я помню. А Retaliator Bomber, сейчас скажу. 225, если правильно. 225, да? Сейчас. Бомбер. Так. Блин, так будет быстрее. Он шип апгрейд пошел. 275 долларов. 275 долларов бомбер стоит, и бои стоит 150 долларов. Ну что, на Энвил переходим? Да, Энвил у нас мануфактура военная. Все такое тяжелое, угловатое, вот, но хорошо работает, будем так говорить. Хорнеты, их много разновидностей, и просто F7C Hornet это, по сути, базовая версия. Этот кораблик у многих есть, вот, ну, полетать, пострелять а, по управлению он немного потяжелее, чем сабля получается, потому что это уже медиум ну, файтер. Вот, но в отличие от а, легких корабликов, он уже поболее по бронированию. И пушки можно повесить у него третьего размера на нос и на крылья. И вообще его можно переделать в Супер Хорнет, если поменять центровую часть. Но об этом мы и попозже, когда дойдем до Супер Хорнет, чтобы вы прекрасно понимали. Корабль для вояк. Но, как помню, он доступен и в простой продаже. Обычно, но есть одно, один момент. Опять же, возвращаемся к тому, что на распродаже вы получ... должны, по идее, получить корабли со страховкой 7 лет. Да. Тут Мы не месяцев, говорим, прям сейчас бегите, покупайте, ждите, <laughs> ждите. И вообще не обязательно покупать. В игре можно все накрабить, ну, либо в корпорации получить. Тут и уже... тут надо сделать, кстати, сделать акцент. Ребят, ну, что такое 7 лет? в игре. Дофига. Это очень много. Тем более Циги уже в, в, в это свою позицию изложили, что э, страховка будет э, идти по реальному времени. То есть это реальных 7 лет. То есть это не 7 лет в игре, а 7 реальных лет. 7 лет это... Как раз к старству нормально закончится. Это очень много. Да. Терапин. А, жалко, механики, прям исследователи, на данный момент еще так, как таковой еще нет. Но Терапен будет один из реально хороших исследователей, и самое главное в далекие глубины можно будет улетать. Потому что у него очень хороший сканер стоит наверху, и желательно, кстати, второго человека туда иметь. Но опять же, мануфактура военная. Корабль с хорошими щитами и очень крепкой броней. Он считается как черепаха. Вот, бра тяжелые, бронированные. По сути, его можно просто запихнуть куда-нибудь вперед, как это исследователи отправить, чтобы узнал, есть враги или нет. И даже если его засекут, то у него реально все шансы будут прям под плотным огнем свалить. Хотя в него несколько надо... торпед До свидос, но это а, другая история. Тут надо добавить, что он не просто, а он больше разведчик, а не исследователь. То есть он такой для военных целей. Тем более, компания Энгела она же военная сама по себе. Вот. Угу, вот. У меня стрим-то там еще идет, нет? Вроде идет. Так, погнали дальше. Еще одна разновидность Хорната, Wildfire. На него уже стоит типа как у Супер Хорната турелька. Он, по сути, я бы сказал, даже является аналогом простого Супер Хорната. Просто стоит подороже, потому что шкурка. Нафиг не сдался, правда, ребят. Берите лучше, если вы прям хотите дикого военного, и вам нравится, как Хорнеты выглядят, и как они летают. Опять же, как я говорил, медиум-файтеры, medium, medium они по управлению потяжелее себя ведут. Ну вот, то на да, Wildfire лучше особо не обращайте внимания. Хотя раскраска, честно, мне лично очень нравится на нем. Такой красный, как бы практически на огонек похож. Но ладно, это уже мое личное. Хурикейн. Если вы летаете с кем-то, и вы прям хотите подлететь, прям вообще в говно смешать и быстро-быстро оттуда улететь, вот этот корабль для вас. Потому что корабль зеркальный. И он умирает прям до свидос. Очень быстро умирает. Вот. Но у него охерительное вооружение. Потому что на носу висят две сильные пушки. А на турельке, куда садится ваш друг, там висят четыре сразу пушки. Если правильно помню, третьего размера. И там, и там. Это, правда, накидает прям, прям реально больно. Мелкие корабли лопаются сходу. На Хурикене, если вы вдвоем летаете, и у тебя пилот, ой, пилот, а, турельщик нормально попадает, даже большие корабли можно разрывать. Одним всего лишь кораблем. Корабль, правда, сильный. И его надо вылавливать. Потому что корабль лимитный. Но он считается именно тяжелым бойцом. У него урон дичайший. Но опять же, ребят, я напоминаю, корабль зеркальный. Вы лопнете очень быстро, прям очень шустро. Карак. Карак вообще был раньше капитал э, кораблем, но его переделали по сути в исследователя и считается один из самых топовых исследователей, который вообще на данный момент из кораблей у нас в игре, ну скажем так, скоро будет существовать. Я уверен, его покажут буквально через пару дней, и мы его наконец увидим. Один из самых ожидаемых кораблей. Вот, и самое главное, очень много чего он может делать. У него одни из топовых просто сканеров будут стоять. У него есть специальный свой снап, на который ты можешь пересесть и где-то там полетать, по аналогии с серией Констеллейшенов. У него специальный ровер есть, вездеходик, на котором ты сможешь выехать и покататься. У него будет трюм, куда ты можешь там с собой припасов набрать, либо там что-то куда-то улететь, где-то что-то натырить, там насобирать и все в таком же духе. Как бы корабль и здоровый, получается, и очень многофункциональный. Для исследователей это прям один из самых-самых-самых топовых кораблей. И 99.9 его ЦИГИ покажут через пару дней. Посмотрим. Вполне возможно, мы увидим именно тот самый межсистемный прыжок с одной системы в другую. Также мы должны получить ранее снапы, о которых мы говорили. Речь идет о созвездере Двух вариантов. Поэтому, да, я думаю, мы все ждем. И Карак является, наверное, Самый ожидаемый корабль на сегодняшний день, mm -hmm. самый ожидаемый. Многие действительно ожидают этот корабль, но получим ли мы полноценный геймплей, время покажет. В ближайшее время, ближайшее. Я, став, делаю, я делаю ставки, что в целом, Цегам ничего не мешает на сегодняшний день, после того, как они ведут э, северную часть обжиг-контейнер стриминга, вести много-много других систем и сделать просто это как. Да, есть по вот. сути механика ближнего и дальнего сканирования и уже зашибись будет, что уж говорить. Не-не-не, ну, да, понимаешь, им ничего не стоит наклонировать планета То есть они уже сами сказали, что у них достаточно инструментов есть для того, чтобы да. Да, запустить это все и сделать. То есть речь сейчас идет только в технологиях. Вот и все. Как только технологии будут э, разрешены, они будут разрешены, я думаю, вот в патче 3.8.3.9, э, я думаю, мы уже увидим все-таки серверную часть обжиг-контейнер стриминга. Возможно, мы даже увидим сервер мишинг в, в 2020 году. Либо первое, первую его итерацию. Да, первую его версию. Э, поэтому э, я думаю, что 2020-2021, это, конечно, будут очень интересные годы ну, для. Не Старь будем Ситов. долго Поехать. ванговать, да. Карак, опять же, корабль лимитный, поэтому если вы видите себя исследователем, если у вас есть тем более коллеги, которые тоже видят себя исследователями, покорителями космоса и так далее, вот корабль, ребята, это прям вот топ просто будет для вашей компании. Да, даже и для соло. Это будет офигенно. Баллиста. Ну, просто тут три разновидности, три шкурки. Машинка офигительная. Посмотрите, какие тесты мы на ней проводили. Вот ставишь ее просто рядом с каким-нибудь аванпостом на земле. Вот пересаживаешься в ракетную турель. И уничтожаешь просто все, что к тебе туда подлетает. Урон очень страшный у этой машины. Поэтому покататься на ней и просто поубивать всех подлетающих, либо улетающих, как бы на этой машине вы сможете. Ну, как бы. Наземный... Э, наземный механик игры, она вообще как бы в космосе, скажем так, в космической игре очень интересно себя показывает. Но на машинке покатайтесь. Ее можно спокойно приобрести за игровую валюту. Дешево стоит. Покатайтесь, попробуйте. Но опять же, покупать за игра... Тьфу, игровые, за реальные деньги. Наземную технику я бы вам не рекомендовал, потому что корабли за игровые бабки стоят дорого. Вся наземка стоит дешево. Единственное, если вы являетесь таким безумным фанатом, как я, наземки, то можете покупать, но с пожизненной страховкой. Да. Я мотоциклы очень жду, например. Хотя они у меня уже есть, я их очень жду. Вот, Супер Хорнет Сикер, опять же простая версия Супер Хорната, просто с другим вооружением. Попозже дойдем до Супер Хорната. как бы... Тут стоит, стоит добавить, что этот Супер Хорнет появился буквально в феврале прошлого года, или этого года, да, не в феврале фев... этого года, этого. это День Влюбленных. Да, ну он прямо на картинке. Моя Валентинка Вообще, Херсикер по сравнению с обычным Суперхорнтом оснащен самым Топовым вооружением Всей внутрянкой, кулерами, щитами и так далее И немножко уникальным ски Скином Опять же, за этот скин И за эту, скажем так, надбавку, Которую ты в игре можешь купить, ты плачешь Еще дополнительной реальной бабки По сути, я это считаю просто шкуркой И поэтому не сильно акцентирую на это внимание Я как-то шкурки Не сильно люблю но это, опять же, мое личное. Но, да, корабль заряжен по самой небалуй. Но, опять же, всю эту зарядку вы можете в игре купить. Arrow. Ребят, если вы хотите прям летать и быть надоедливым для небольших кораблей, вот это прям корабль для вас. Мелкий, скотина. Как вот реально, хрен ты в него попадешь там фильм был, не помню. Он мне комара, он мне комара напоминает, знаешь, что летает, жужжит, жужжит, блин, ты его пытаешься убить, а, а попасть в него не можешь. А он да? тебе возьмет, все равно ты отключишься и грызанет где-нибудь. Да, 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 да. Легкий, маневренный, крутится бешено просто. И самое главное, огневая мощь реально у него нормальный как бы большие корабли, это фигня не загрызет. Ну, блин, он усрется, но ничего не сделает. А вот все, что мелкий до среднего кораблик, там, Катлосы те же самые, разгрызет, прям ты даже до него довернуть не успеешь. Он тебе просто в бок будет жрать, 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 и все равно тебя рано или поздно сожрет. Как бы такая надоедливая херня. Но поверьте, летать на нем, когда вы научитесь нормально летать, а не лоб в лоб вот в пролетами туда и сюда, вы на нем такие вообще там кренделя сможете выписывать, как бы. Корабль требует рук, потому что лопается он быстро. Ну, все легкие корабли лопаются быстро. Вот, но он такой въедливый, прям. О! Мне его недавно подарили, я на нем полетал, прям, прям оргазмировал, сидел. Офигенный корабль, ребят, честно. Вот, но самое главное, он не лимитный, его можно купить в любой момент. Вот так. Погнали. Хавк. Корабль специфичный. Ховк. Да, 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 да вот, а Корабль специфичный. Опять же, это Bounty Hunter корабль. У него есть сзади одно место, чтобы посадить твоего э, пойманного человечка. У него есть электромагнитный импульс. У него есть 6 пушек. Как бы это, поверьте, довольно-таки нормально. Но он очень легкий. Mm -hmm. очень быстро разламывается, если он стоит под огнем. И если тебе оба крыла оторвут, и тем более оба движка, то как бы все, прощай, <с> ты ничего больше не сделаешь. Корабль реально требует рук. Но опять же, как только под него сейчас геймплей с баунти-хантингом, uh, с этими тюрьмами и так далее подвезут, корабль станет один из востребованных для людей, кто хочет там за кем-то поохотиться. Вот корабль, как помню, 90-100 баксов стоит, вот, но Машинка прикольная. Даже повоевать, кстати, прикольный. Шесть пушек Нет. это. Ты знаешь, я видел, как Space Котлета воевал на хоке. Это был ад. Это просто то, что он там выпал вытворял на хоке. Эм... Ребят, я вам скажу честно, если у вас такие же ровные руки, как у этого человека, это очень хороший корабль. Хороший как? любой корабль будет хороший. Даже Аврора L. Хорнат призрак, по сути, блин, я его не могу лично назвать стелс-файтером. Вот ей богу, сабля будет намного лучше в этом плане. Вот, да, у этого корабля уменьшенная, уменьшенная сигнатура, более обтекаемый типа как корпус. По словам цигов, как бы, но опять же то же самое вооружение, что и у самого простого кораблика, самого простого Хорната. Да, его можно модифицировать, но греться будет больше, и как бы вся его стелс-фигня пропадает. Ребят, лично говорю, мне корабль этот нифига никак вообще не заходит, ни по какому из параметров, но если как вам нравится именно серия Хорнатов, вы хотите какого-то стелса, чтобы вас поменьше полили, это корабль для вас. Вот лично мое, это только мое. Хорнат Трекер. Опять же, серия Хорнатов, только уже в исследовании. Опять же, лично мой взгляд, что для исследований лучше взять что-то другое, а не этот Ходнот. Но, по сути, да, если на вас нападут, пока вы летаете, что-то исследуете, вы хотя бы на этом корабле сможете отмахаться. У него пушки и щиты хорошие. Единственное, что могу сказать. А вот Супер медиум, боец. Вот этот корабль страшный. Реально. Один из самых моих первых кораблей, на который я прям дико сидел и офигевал, вот, и при грамотном управлении эта машина вообще страшной становится. Самая его главная фишка – это турель, которая стоит наверху, и она управляется пилотом. Либо можно посадить себе второго игрока, в отличие от его других собратьев, и он будет управлять уже турелью дистанционно, а вы будете управлять тремя нижними пушками. Если ты летаешь соло, у тебя сразу 5 стволов. И самое главное, если ты поставишь все пушки гимбальные – то есть ты летишь, смотришь вперед, а враг у тебя где-то сбоку. Ты просто смотришь на него взглядом и ему прям в бочину начинаешь стрелять. А хотя летишь ты прямо. Другие корабли так нифига не сделают. А этот корабль может. Это офигенно. Вот на моем управлении, кстати, я левой рукой на джойстике летаю, правой рукой смотрю и куда мне надо стреляю. Я лечу куда мне надо, Мышку повернул просто вбок, Турбо... все пушки Из... туда и все. Извини, важная информация, я тебе хочу скинуть. Вичей... Висейч, Фоксер, спасибо тебе огромное, перейди по этой ссылочке. Ребят, появилась информация про FreeFly с 24, ноября по... 24 ноября по 5 декабря. Мы получаем первый день, первый день. вы можем увидеть писцы, о которых мы уже говорили. То есть у нас первый день будут представители от Anvil. 25 ноября от RSI. 26 ноября от Consolidated Outland. Крюгер и Тамбрил. Да, также Крюгер и э, Тамбрил. В вроде также было. Да. 27 ноября от представителей Crusader будет. Есть Crusader в списке. От Ergo, Crusader и Миск. Отлично. Значит, информация все-таки... а кто от Crusader? Мне прям теперь интересно стало. Ну, я думаю, все корабли будут все-таки. Мое личное мнение. 28 ноября. Представители инопланетных кораблей. Esperia, Apple и Defender. Apple. Вот. Ну, опять же, Esperia, это у нас, по-моему, насколько я помню, это адаптированные, да? Вот. 20, это у нас 28 ноября. 29 ноября представители от Иджис. 30 ноября у нас будут представители от Drake Interplanetary. И 1 декабря у нас будут представители от Origin. Со 2 по 5 число. У нас mm. будут Best in Show. Будут это выбран... когда голосовалка а, была. Голосовалка была, да. Будут корабли именно за те, которые мы с вами проголосовали. И кстати, И самое как я корабли. помню, победитель а это у нас, если правильно помню, Катерпиллер был, да. типа, он что-то уникальное должен получить, о котором вы вскоре узнаете. М модульность? Неужели ему модули сделают? Кью узнает? Увидим. В общем, ребят, FreeFly мы увидели, и, соответственно, под FreeFly это будет ляжет и сама распродажа. Отдельная есть... ссылка. А? И АЕ-2949. Вот. Соответственно, по, это, по, этому же календарю стоит и ожидать саму распродажу. То есть 24 ноября будут Envil, 25 RSI, ну и так далее. То есть, в принципе, вот вам список кораблей, которые будет как-то так. Не-не-не, ребят, не смотрите. Они просто указали по три корабля. Я уверен, что здесь будет значительно больше кораблей. Я не думаю, что циги сами себя готовы ограничить. Конечно, да, я, мне тоже как бы не сильно до конца ясно. Constellation Phoenix, ну такое, ну Phoenix, ну окей. Угу. Проспекта... Ром, на тему Super Hornet 6 шесть стволов, вот эта вот турелька на Super Hornet сдвоенная с первыми пушечками... Всегда нафиг сносится, потому что пушки в разы быстрее перегреваются, чем висят двойки на крыльях. И в итоге у тебя то ты стреляешь, то ты не стреляешь, как бы это плохо, поверь. Отправил в чат. Ну что, переключаемся тогда дальше на корабли другие. Угу. Обычный Хорнат F7A, который нифига не доступен. Я даже не знаю, когда он будет доступен. Типа, один из самых первых версий Хорнота. Очень-очень-очень бронированный. И все в таком же духе. Но я даже не знаю, будет ли он у игроков. Как я помню, это типа только корабль у Неписей. И может быть, в Складрон 42 будет. Будет больше инфы, как бы мы и к нем. Гладиатор. Корабль-бомбер. Он мне лично всегда напоминает Супер Хорнет. Потому что у него такая же турелька сверху стоит. Так, также дистанционно управляемая. Это все можно там хорошо летать, в бок стрелять и так далее. Но он по счетам послабее и по корпусу тоже, но бомбер в конце концов. У него есть куча ракет, в том числе и пятых торпед. Поэтому на корабли мелкие он пушками разгребет, что-то среднее и повыше он просто закидает торпедами. Корабль правда интересный, и что самое вот для меня парадоксальное, я очень мало игроков вижу на этом корабле. Вот сколько играю, я гладиаторы видел, не знаю, по пальцам можно, наверное, пересчитать, сколько раз я его видел. Как бы, ну да ладно. был Тяжелый да. ремонтник. Круси, <кх> Всегда хочется в конце «я» добавить. Корабль для поддержки. Я бы сказал, один из самых сильных. Вообще-то он считается не один из самых, а даже самый сильный. Именно корабль для подчинки. А если надо починить большие корабли, у него будут стоять сбоку, грубо говоря, такие клешни, которые будут все это чинить. А мелкие кораблики могут спокойно прям к нему внутрь сесть, и его там ты будешь латать, чинить и все в таком же духе. Корабль чисто поддержка и не более. В игре его пока еще нету, ремонта у нас пока еще нету. Вот. Когда это все будет, ребята, опять же, хрен его знает. Но кораблик реально достоин своего внимания и еще более будет достоин внимания, когда механик в конце концов выкатит. Ну, ладно. Валькирия. Корабль в игре есть, интересный, самое главное, и я бы сказал, по большей степени его лучше использовать, когда ты летаешь с кем-то своей компашкой. Потому что в него можно загрузить наземную технику. На нем много турелей и дистанционно управляемых, и реальных менед турелей так называемых. Вот, корабль именно сделан, чтобы ты прилетел, настрелял, везде все подавил, высадил десант. Там очень много места для десанта, да и для техники в том числе. Вот, и оттуда либо улетел, либо там свою задачу выполнил. Корабль классный. На сегодняшний день это считается один из лучших дропшипов. Конечно же, мы ждем Сипраулер, который должен появиться патчи 3.8, но о нем мы немножко попозже поговорим. Это представитель другого производителя. Валькирия это больше корпоративный корабль, либо корабль какой-нибудь ЧВК, который больше занимается пих... выполнением задач в пехоте. Да, для космоса это корабль так себе. Это именно больше к наземке относится. Ну и «Либератор» это, по сути, просто шкурка. Разновидность. Да, бронза. Так, что у нас там следующее? Какой у нас там следующий производитель? Опа! Сейчас, секунду. Блин, сейчас. Это а уже инопланетные. Это у нас не люди, в конце концов. И самый первый корабль «Харту Ал». легкий боец». Блин, он мне напоминает, конечно, Эру, потому что маневренный до усрачки. Просто у него крутящиеся движки, которые много-много-много трастеров. Всего, правда, две пушки третьего размера. Вот как бы сильно больно, он, конечно, не делает, но дай бог, ты в него попадешь. Но он стеклянный. Если ты ему оторвешь эти движки, все, просто до свидос, корабль. Вот. Но опять же, его уникальность именно в том, что он инопланетный. У него есть специальная своя картинка варп-движка. Все таким синим горит, звуки офигительные. Как бы, ну, блин, инопланетные. Вы 99,9% игры летаете на земной технике, а тут бах и что-то новенькое. Корабль... Ребят, зайдите в Дискорд, попросите у ребят либо в игре его приобретите, полетайте и поверьте, он вам понравится. Но опять же, чтобы на нем именно прям летать и убивать, либо тебе надо очень хорошо руки наточить, ну либо другой корабль смотреть, потому что я лично считаю, что двумя пушками третьего размера ты прям адовым нагибатором не будешь. Но опять же, это мое личное. Санток, ай, С сам такой, как мы говорили, да. Это уже версия потяжелее того же хартуала. Те же самые движки, по сути, просто посильнее пушки. Корабля еще пока нету. Вот когда появятся, тоже инфы пока нету. Ждем. Есть, есть еще одна новость. Цигере выпустили в релиз буквально час назад Spectrum 4.0.0. А, это я видел. Да. Ну, поехали дальше. Мне, кстати, он не очень понравился, но ну, ладно. Это мое уже. Mm -hmm. Ноксы. Черный и белый. Один был лимитный, когда Ноксы впервые продавали, другой можно и просто так приобрести. Наземная техника, хотя в порту Алисар ее также можно вызвать, потому что вообще считается как бы корабль. Но летать на нем варпы ты не сможешь, но по космосу полетать тоже можно. Но опять же, я его рассматриваю как гравлев лев мотоцикл. Тут стоит добавить, что поскольку ЦИГИ объявили, что Nox Qua это лимитный, кара... лимитный снап, народ его настолько нагреб себе в байбек, что Nox Qua сейчас больше, чем Nox, обычного Nox. Да, так оно и есть. У вот торгашей можете спокойно приобрести. Но опять же, этот корабль по большей степени в 99,9% используется именно на земле. Но самая классная его функция именно в том, что если на колесной технике ты каждый камешек должен объезжать, на этом просто прешь вперед, и он сам у тебя через эти камни перепрыгивает. Очень удобно. Все, а кончились. Закончились, переходим в Арго. Арго, кораблики, поддержки. Их всего три штучки. Вот, по большей степени они будут находиться либо на Идрисе, они там внизу, вернее, один кораблик внизу только стоит, вот, либо они будут находиться рядом с какими-то станциями, аванпостами и так далее, потому что это мелкие кораблики, две версии это персонал и карга, один возит людей туда-обратно, другой возит грузы туда-обратно. Вот, варпать куда-то он не может, он только вот от точки А к точке Б туда-сюда просто может перелететь и все. Такой легенький, как это, тачанка какая-то вот туда-сюда катает. А вот и сервишка, вот этот корабль поинтереснее. Да, его пока еще в игре нету, но на него стоит обратить внимание, тем более корабль лимитный. Потому что это первый корабль, на котором стоят, стоят тяговые лучи, и который сможет буксировать другие корабли. Грубо говоря, как буксир, ты подогнал к тачке, зацепил ее и за собой потащил, куда тебе надо. Я буду угорать, если на ней можно будет подцепить какую-нибудь там Аврору, прям с человеком внутри, и утащить ее за собой. Будет весело. Торба, я тебе только что ссылочку скинул, перейди, это статью выпустили на Мейсов Виллу. Вилёп, извините. Как это как во время стрима у тебя прям сыпется, 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 да, что-то инфа прям пошла. А, вот, ну да, так получилось. В общем, ребят, как обычно, да, Циги опубликовали самую интересную новость именно на интернет, в интернет-издании. И здесь мы узнали, во-первых, о самих о FreeFly, Соответственно, э, все это будет дело построено для на этих на распродаже, но ну и как видим, э, очень похоже на новый спектрум, или это вообще новый дизайн? Вполне возможно новый дизайн э, сайта. Картинки больше на сайт похожи. На сайт. Комьюнити, да, да. Э, так, новый Star Citizen. Добро пожаловать в Хаб. Э, нов... Все новые туториалы, гид по системам. Матчи новых игроков со Star Citizen Community Ветераны. Новые. В общем, это очень похоже на то, что. Play Star Citizen Мне Com больше кажется, это для сайта. Да, это очень похоже на сайт. А ну, секундочку, а здесь есть вот еще сайт. Давайте посмотрим, что это такое. Place. А, нету такого. Удивительно. Слушай, я немного опечален, потому что в прошлый раз они выкатили также на немецком журнале инфу о себе, и там мы узнали информацию про баллисту. И эта баллиста прям то ли в тот же день, то ли на следующий вечер в игре появилась. Так внезапно бах, и корабль. Ну, не корабль, как бы наземка. Угу. Блин, я думал сейчас, бах, и здесь тоже какой-то корабль. Ну, ладно, ладно, чё. Что... Окей, переключаемся тогда на следующую категорию кораблей. Это у нас Бану. Опять же, инопланетные кораблики. Всего два, правда, и оба взаимосвязаны, потому что Мир Чантман это Тяжелый торгаш, в игре его еще пока нету, корабль уникальный, корабль лимитный, а для тех, кто хочет а, видеть себя прям таким торгашом и помимо того, что ты будешь возить кучу-кучу грузов, ты сможешь эти грузы прям внутри своего корабля, грубо говоря, открывать ярмарку и все это распродавать, как бы вещь уникальная, самый главный уникальный корабль, потому что в конце концов инопланетный, как бы... Увидеть бы его, правда, но корабль здоровенный, судя по его данным, по метражу. Но более детально, конечно же, увидим попозже. И вот как раз с ним очень сильно связан Бану Дефендер. Корабль уже в игре есть. Корабль лимитный, инопланетный и самое главное, он уникальный. У него своя, как у Хартуала, моделька квантум прыжка, там все такое зеленое и самое главное у него уникальные пушки стоят, которые на другие корабли повесить нельзя. Четыре пушки, которые стреляют просто прям и все, уже попадание есть. Он как снайпер, ребят, лучше более детально посмотреть в обзоре, вот, а, потому что корабль правда бомба. Но сейчас в этом патче а, циги, я не знаю, что наломали, по мелким кораблям с Бану Дефендера, с автоприцеливанием ты практически нифига не попадешь. Все рядышком стреляет, но никак не в цель. По большим кораблям ты прям уничтожать будешь. Урон очень сильный. Он Катлас выносит там за 3 или за 4 попадания. Прям издалека причем. Катлас даже, ну, просто ничего сделать не может. А вот мелкие корабли... Боль, 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 боль. А... Турбо, я тебе только что сбросил еще одну информацию Ребята, обновилась информация и появилась у нас уже непосредственно на сайте RSI Список кораблей, полный список кораблей, техники, которые мы с вами увидим Я предлагаю пройтись по ней очень быстро И перешел, Турбо, по ссылке? Да, да, да. Итак, а? 24 числа представители от Envil. Мы увидим Эру, Баллисту, Гладиатор, Хок, разновидности Хорна, о которых мы уже говорили, Хюрикейн, Терапин и Валькирию. 25 число. Все Авроры. Констеллейшн Андромеда, Аквила, Феникс, Мантис, Урса, Ровер. Как видим, здесь нету... Хотел сказать, Тауруса нету, ну извините. Ну, да. Таурус эм... все давно ждут и что-то... Тут его да. нет. Может быть его, как это, сюрприз, но может быть и нет. Ну ладно. А может и нет. Окей, 26 число, это смеш, смешанные представители, это Consolidated Outland, Outland, Kruger и Tambril. Здесь мы увидим все циклоны, сможем по поездить, точнее, циклоны все, мустанги, безусловно, кроме мустанга, который шел вместе с видеокартой от AMD и Марлин и Архимед. 27 -е число это Арго, Миск и Крусейдер. Арго, о котором мы говорили, это мбувы. Мпувы. Кстати, Хотя а тут а, ну, дофига кораблей, но новых нету. Да, фрилансеры все, проспектор, рейзеры все, реллианты все, Старфарер и Старфарер Джимини. 28 число представителей инопланетных кораблей. Блейд, Дефендер, Клейв, Картуал, Нокс и Нокс Двадцать 29 число представители от Иджис Динамикс. Это все Эвенджеры, Эклипс, Гладиусы, Гладиус и Гладиус Валент, Хаммерхед, Реклеймер, Реталейтер Бомбер, Сейбер, Сейбер Комет, Венгуард Харбингер, Венгуард Место больше подготовили, потому что кораблей прям много. Посмотрим, посмотрим. Ну, это фри ребят. Это не распродажа. Мы сейчас говорим о фрифлай. Вполне возможно, на распродаже мы увидим больше кораблей. Поехали, 30 ноября. Представители Drake Interplanetary. Это Buccaneer, Caterpillar, Катлас Блэк, Драгон Блэк, Драгонфлай Блэк, Джек и Геральт. Кстати, я не вижу пиратского, но в принципе там разницы-то никакой. Да. 1 декабря это у нас Origin. Origin это у нас 890 будет for Free Fly, ребят. То есть вы сможете бесплатно полетать на 890. Я представляю, как народ дорвется до них. Это будет звездец. Это будет стресс-тест серверов. Серия 300, два разновидности 600, 805 X и M50. И с по 5 декабря. Best in Show. Лучшие корабли, да, которые у нас были по голосованию. Итак, что у нас здесь имеется? Дрейк Катерпиллер, Иджис Реклеймер, Иджис Камерхед и Дрейк Атлас Блэк. Но... Мне вот все больше интересно, нафига это Best in Show? Ну, я думаю, мы узнаем уже со 2 по 5 декабря, а возможно даже и раньше узнаем. Для того, чтобы следить за последними изменениями в Star Citizen, не забывайте подписываться на наши каналы, дорогие друзья. Ну, а мы переходим дальше. Да? Да. Так, бану закончили. Солиды. Ой. Оп. Оп. Ну, здесь очень просто. Здесь мустанги просто. Да. Мустанг Альфа. Ваш стартовый кораблик. И так на нем многие летают, как бы корабль по сравнению с Авророй мне больше нравится. Быстренький, маневренький, как бы и дохнет быстро. <laughs> все, все просто. Мустанг Бета один из самых-самых стартовых кораблей, который посвящен именно исследованию. Вот. Улететь куда-то подальше. Сзади есть, в отличие от других кораблей, кроватка. И как бы все. На этом все и заканчивается. Мустанг Гамма. Один из самых быстрых кораблей вообще в игре считается, и цена у него очень дешевая. Поэтому обращаю на него внимание. Реально, рвет с места... Хорошо, хорошо. Мустанг Дельта. Если нравится пострелять, вот именно если нравится серия мустангов, вот этот корабль для вас. Потому что уже 4 пушки. Хотя на другие корабли тоже можно накрыли пушки повесить. Но у него дополнительно еще есть э, отдельные, специальные, э, скажем так, э, ракеты. Которые стреляют тупо вперед, куда ты смотришь. Нурсы так называемые. На других кораблях такого нету. Кроме как на турели Харбенджера. Но да ладно. Вот, корабль лимитный, Дельта. И если на нем придрочиться, мелкие корабли будешь, кстати, вообще разбирать очень даже хорошо. Мустанг Омега. Это аналог той же самой гаммы гоночного корабля, эксклюзивный, который давался еще очень давно за покупку AMD. Его уже больше никак не получить. Все. Пионер. Вот это просто один из уникальнейших кораблей будет. Потому что в игре его еще нету, механики подавно нету. Вот и единственный корабль, который сможет нам строить наши базы, наши домики, наши склады и все в таком же духе. Единственный корабль, который это будет делать. Вот, как я помню, 750 баксов, эта бандура будет строить. Вы ее прилетаете, сажаете, тащите туда специальные какие-то там компоненты и как 3D принтер он штампует вам домик. Вот, перекатываете его в другое место, штампуете там домик и так. И пошел всю базу, короче, фигачить. Вот, корабль будет по-любому востребованный в игре. Потому что все захотят, даже хотя бы просто свой личный домик, даже для соло-игрока, где-то там у кокола какого-нибудь, не знаю, прудика поставить. Все равно надо будет вызвать этот пионер, чтобы он тебе этот домик построил. Поэтому деньги на этом корабле зашибать можно будет. Обращаю на него внимание, корабль лимитный, как бы и деньги, и денежный, самое главное. Ну и Мустанг Альфа Виндикатор, тот же самый стартовый корабль, просто в другой шкурке, который был в прошлом году. Все. Его показали на ситконе в прошлом, и он был в продаже. По Пионеру стоит еще добавить, что не забывайте, есть маяки. Маяки 4 на 4 и 8 на 8 километров. Mm -hmm. Они на данный момент не продаются. В прошлом году мы их ждали, их не продавали. Будут ли они в этом году, непонятно и неясно Но серый рынок на них хорошо поднял денег. Они там чуть не 100 на 100% подняли в цене. Нет, потому что 4 на 4 стоил 50 долларов, а 8 на 8 стоило 100 долларов. Да. Сама система происходит следующим образом: вы прилетаете, клеймите землю этим маяком, берете флешку доставляете в офис за вами регистрируют землю и она ваша да будут соревнования могут два человека прилететь поставить два маяка и тот кто первый зарегистрирует того и будет зем земля и ну, да вот скоро огромное спасибо да пионер хард лимит скажем так это еще долго до этого ждать поэтому еще не ясно даже когда Эх. Да ладно. Так, Crusader Industries, поехали, да? Следующий да. у нас. Еще одни вояки, как и Энвилы у нас, но у них кораблики, конечно, специфичные. Меркурий Star Runner, один из кораблей, который многие будут ждать, вот, потому что он и поторговать, и данные какие-то потырить и так далее, на нем геймплей, скажем так, очень разнообразный будет получаться. Но корабля еще нету, когда будет, опять же, непонятно. Вот, но включает в себя сразу несколько механик, как и взлома, так и хранение информации, ясно дело, ее продажи, так еще как мини-грузовой корабль можно поиспользовать, и в том числе там специальные заныканные места есть, где можно еще и контрабанду провести. Но, опять же, об этом когда-то там в далеком будущем. Вот, Старлайнер. Корабля тоже нету. Здоровый корабль. На мне лично напоминает по геймплею ту же самую 600 и 890 -ю. У тебя есть виповые гости, грубо говоря, авиалайнер. Вот, хотят куда-то покататься, ты всех загрузил и повез показывать красоты космоса, либо из точки А целую толпу народа привести в точку Б. здесь не Випово, это обычные пассажирские. Випово у нас, по-моему, 890 считается там, или 600, 600 а здесь Внутрянка хрен его знает, какая будет. Может, она будет даже круче, чем 800. Здесь, может, будет этот какой-то фит отдельный, специальный, да, то есть они скажут там вместо 100 пассажирских мест выкидываешь, делаешь 20, и они там премиум класса да, 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 да. сделать, в принципе, согласен. Но опять Поехали. же, по кораблю ничего вообще не говорят. Давным-давно, когда будет, и т.д. и тп, ничего нету. Поэтому вот как-то так, ребят. Геркулесы, вот эта серия. Опять же, ее в игре пока нету, но она мне лично очень сильно интересует. Потому что это корабли очень бронированные. Самое главное, это большие, реально большие корабли, которые в себя дофига чего будут вмещать. И некоторые даже торгаши поубирали свои катерпиллеры и взяли себе именно С2 Геркулес. Потому что вместимость у этого корабля реально будет большая. Опять же, более точных данных нету, но по крайней мере, по приблизительным, скажем так, подсчетам у людей, там можно будет возить даже больше, чем в Катерпиллере. Но учитывая, что у тебя корабль более защищенный, чем все другие торгаши. Как бы Геркулесы вещь интересная. М2 версия это уже по большей степени вояка. Ракеты, дополнительные турели, корабль прикрытия. Вот. А, кстати, добавлю, в Геркулесе можно будет возить танки. Причем сразу несколько. В отличие от всех других кораблей. М2 тоже будет таскать, но в большей степени повоевать. На такой туши куда-то лететь воевать, я даже вот пока честно не могу представить, что это за фигня будет получаться. Ну и самое главное, что я жду лично, это А2 версию. Потому что это корабль-бомбардировщик. Если все предыдущие корабли, когда мы говорили бомбардировщик, это были торпеды, которые можно пускать в космосе, и они полетели, то этот как раз-таки прям именно... Будет кидать бомбы. Открывается бомбалек и десятого размера бомбы – это самые большие. Они падают вниз и ковровой бомбардировкой накрывает нафиг всю вашу базу врага. И корабли, и людей, и здания, и все подряд. Какую вакханалию можно будет на этом корабле творить вы и сами можете представить, но пока ни корабля, ни механики ничего нету. Когда будет, тоже не спрашивайте. Но я его жду, вот правда жду. Геркулес, я хочу напомнить, у нас есть в дорожной карте, он у нас заявлен на патч 4.0, насколько я помню. Секунду, да, 4.0. Mm. Какой именно будет Геркулес, возможно, все, возможно, только будет один вид Геркулеса, но, тем не менее, вполне возможно, мы его сможем увидеть во втором квартале, но не факт. Увидим. Mm. Но опять же, корабль да. туша та еще будет. Ну а тем временем напоминаем, что 23 ноября состоится CitizenCon на наших каналах, канал Сечислав Рот, канал Турбар, канал Влад Сплит, вы сможете увидеть ретрансляцию с переводом. Дрейк Interplanetary. Да. Букашка, Буканир. Корабль вот лично для меня он дико специфичный и он мне не нравится. Корабль именно быстро подлететь, кого-то сбить, движки отключить, там, по сути, повоевать на нем, конечно, тоже можно, но меня от него сильно бомбит только из-за одной вещи. У него висят много пушек разного размера. И они тупо не успевают друг за другом сводиться. Поэтому стоковую версию тебе всегда приходится менять. И учитывая, что брони и щитов у этого корабля практически нету, лопается он быстро. Меня просто бесит от этих пушек, когда у тебя три, мать его, прицела пытаются двигаться одновременно как-то там за твоей целью. И ты один прицел навел, и одной пушкой ты будешь попадать, а все другие мажут. Конечно, большие корабли, на этом корабле можно нормально пытаться крошить, но, блин, но это, опять же, лично мое такое мнение. Но постреляться на этом корабле мелкие кораблики вы прям вообще в говно смешаете. Очень быстро и очень шустро. Геральт. Корабль в игре доступен, но без своей механики, потому что он сделан именно для того, чтобы вы пролетели, что-то там посканировали, записали, кого-то взломали, всю эту информацию пособирали и привезли обратно и ее там продали, отдали, и это уже на ваше усмотрение. Но самое главное, корабль Охереть какой быстрый. Прям это капсула смерти, вот, на мой взгляд. Потому что у него есть кокпит, маленькое место, где находится вся аппаратура, и сразу движки стоят. Ты на нем скорость так быстро набираешь, что прям, короче, тебе понравится. Но полетать на этой фигне надо. Опять же, механики, ребят, напоминаю, пока по нему еще нету. Корсар. Корабль Интересный именно для исследования, но его опять же в игре нету. Корабль уже по размерам, как, как вилла, на мой взгляд, получается, судя по цифрам его размеров. Но более детально. Блин, я не знаю, что про него пока тут говорить, правда. Особо даже им не интересовался. Ты сам что по нему добавишь? А, есть что добавить. Хочу напомнить, что Корсар, когда в самом начале он был в продаже, когда его продавали в качестве концепта была возможность сразу же давать имя кораблю. То есть, это очень редкое явление в Star Citizen. Такая возможность раз была... раз, б... если правильно помню. У 600-го, да, кажется, у этого... У 600-го эксплойера, кажется, была такая возможность. И вот у Корсара, от Дрейка. То есть, вы можете дать ему имя любой там. Святая Мария там, я не знаю, Первопроходец там может Почти... быть это будет на борту а может быть как-то по-другому фиг его знает uh, ну я думаю это будет еще и отображаться на скан... на сканере вполне возможно uh, может. То есть, есть такие... uh, корабль в принципе себя оппозиционирует опози... отчасти конкурент караку uh, но с конечно же со своими со своими uh, минусами uh, как исследователь, но есть и плюсы. Он, как представитель Drake Interplanetary, очень вооружен. На нем очень много всякого вооружения, но он очень слабый по броне. Вот это точно могу вам напомнить и сказать. Угу. Поехали дальше. волчер вольтура! Корабль, на мой взгляд, реально стоит своего внимания, потому что, вы помните, я говорил про корабль Реклеймер, который здоровая туша, который там все подряд просто жрет, перерабатывает это у себя, такой летающий завод, я бы так его назвал. Вольтура это более такая хирургическая машинка. Вот остался после боя какой-то там ошметок корабля. Если реклеймер, он его просто сожрет целиком и переработает. Ясно дело, на Вультуре вы сможете ценные какие-то э, платы, там, не знаю, ядро, ну, что-то, внутрянку такую отдельно, вы на ней сможете повытаскивать, потому что она хирургически будет работать. Но остатки, ясно дело, также она может сожрать, потому что у нее есть также небольшой трюм, куда она все это будет запихивать. Ясно дело, в разы меньше трюм, чем у реклеймера, вот, но его самая главная ценность именно в том, что ты будешь вытаскивать дорогостоящие компоненты с чужих кораблей а не жрать все подряд. Но обращаю на него внимание. Реально кораблик, на мой взгляд, будет очень, правда, интересный. Корабль лимитный. Просто так не поймаете его. Цена, если правильно помню, там 140 баксов. Плюс-минус. Да, его, да, 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 такие да. есть. Катерпиллар. На данный момент считается в самой игре топовый торгаж, Потому что возит реально очень много ящиков с товаром. Вот, самая его интересная фишка, которая, опять же, потом будет, то, что ты, во-первых, ее можешь увеличить, модули понапихать, и самое главное, пока у тебя идет загрузка твоего товара, ты будешь там страдать фигней, ты можешь свой капитальный модуль отстегнуть от самого корабля, вот этот вот модуль сверху, который, и просто так полетать. Ну, либо где-то в космосе оставить груз там и полетать. Как бы вещь такая интересная. Но опять же, это транспортник. Реально очень много с собой возит. Легок в управлении, в отличие от того же Starfarer Ну и самое главное, на нем можно реально зарабатывать. Но опять же, можно все и просрать, <laughs> если тебя собьют. Дальше. Катлас Black Один из моих любимых кораблей, потому что это мультифункциональный средний корабль потому что воевать он может, у него хорошие пушки, плюс еще можно коллегу на турель поставить. У него есть грузовой отсек, куда вместо груза также можно и запихнуть наземную технику. Вот, как бы нормально летает, не геморный по управлению, в атмосфере себя также хорошо ведет. Реально денег своих стоит. Вот, прям обращая внимание, его можно, конечно, купить в любой момент, но корабль реально стоящий. Катлас Red. Его разновидность это медицина, которой в игре у нас еще пока нет. Ее то ли в 3 то ли в 4.0, да, перенесли, как я помню. Но корабль вот-вот эм... будет. По, по, геймп... Сам корабль, по-моему, 3.9. Сейчас, секундочку. Нет, в 3.9 у нас Blue. А... Фу, секунду, секунду. Ред вроде даже в 3.8 хотели, я помню. 3.8. Да, он в 3.8, абсолютно как верно. Вот-вот корабль появится, механики, правда, на нем нету, но именно медицина спасать, не пиши, спасать своих коллег. Потому что если на данный момент тебя убили, ты просто решнулся, то в следующем моменте, когда тебя там нанесли, грубо говоря, практически фатальный урон, тебя могут откачать. И делается это на специальных медицинских кораблях. Вот самый стартовый это Катлас Ред. Вот опять же, какую систему повреждений он будет вылечивать, вроде самые простые, если правильно помню. И как-то писали, что у него будет какая-то модульность. Или это в этом, это, это я сейчас говорю за пола. Не, а, ну, сам да. Катлас, он сам по себе будет модули нести определенного рода, понятно, но вопрос заключается в том, что ты правильно отметил, Катлас Ред это будет больше такие относительно легкие ранения залатать, под, подшить. А, пола у него будет, мы к нему позже вернемся, у него будет три разновидности медицинских отсеков. Это мы потом уже вернемся. Корабль для тех, кто хочет Помогать и выполнять задания, тех же неписей лечить. Как бы все просто. Катлос Блу. Опять же вспоминаем тему, что у нас скоро появится э, режим того, что тебя поймали и посадили в тюрягу. И Катлас Блу это как раз военный корабль полиция. Если быть даже проще. Вот, потому что у него также есть э, отсеки, куда можно выловленных э, пиратов, плохишей и так далее, посадить и привести в зоны, э, где они будут отбывать свое наказание. Корабль повоевать и потаскать, короче, вот этих вот плохишей. В 3.9, если да. правильно? Вот. А, да, 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 в 3.9. В 3.9 Dragonfly, что-то типа Нокса, просто помедленнее едет. Это гравлев-мотоцикл. Используется в 99% случаев на земле. Но самое главное отличие от простого Нокса: у него сзади может сидеть еще один человек. У нас скоро ведут механику, что пассажир может использовать оружие. Достать и кого-нибудь там сзади еще чпокнуть. Вот. И плюс у него есть маленькие отсеки, чтобы еще что-то найденное к себе в мотоцикл запихнуть и привести к своему кораблю. Забавная машинка, кстати, и довольно-таки дешевая в игре. Катерпиллер Пират Эдишн. Тот же самый Катерпиллер, просто в другой шкурке. И самое главное, по той же самой цене. После прохождения всех волн в арене Командере, именно пиратских волн. Кракен. Кракен. Да, вот это интересный корабль. Опять же, либо для кучи ваших друзей, либо по большей степени это только для корпорации корабль. А, Мультирольный, как его показывают, но по большей степени это корабль, который будет просто возить ваш флот. Да, носит. У него есть специальные места для мотоциклов, которые внутри размещены. У него есть места, где можно будет ремонтировать эти технику. У него внутри есть место, куда еще больше техники можно напихать. Ну и самое главное, самые такие сильные кораблики, скорее всего, будут находиться наверху на палубе, которые сразу подлетели, вылетели и пошли всех нагибать. Как бы каталка других кораблей. Страшный корабль, он, был, он появился на распродаже в прошлом в прошлом году как как Capital от представителей Дрейка. В этом году по идее должен появиться Capital от Энвил. Посмотрим, не будем загадывать, но вполне мало возможно. Ли, мало ли, да, да, вполне да, да, возможно. Да, да. Испирия. Это у нас инопланетные и самое главное вандульские кораблики. Кто такие вандулы, думаю, особо объяснять не стоит. Это плохиши. Высокие, которые хотят уничтожить всех людей, потому что считают их э, слабыми. Потому что они низшие формы жизни, грубо говоря, в таком духе. Глейв корабль, можно купить э, хоть прямо сейчас, и он очень больно кусает. Блин, короче, классный корабль. <laughs> обращаю на него внимание, но. При его цене, ребята, новичкам, думаю, он в пень не сдался. 350 баксов это байда его, стоит. Его приобрести, глейф покажись, нельзя. И, он лимитированный, можно. он закончен. Ну, ты понял? Секунду. Его, его приобрести нельзя. У меня в шип апгрейдсах он висит. А он у тебя висит в шип апгрейдсах, потому что ты его получил за рефералы? И... А, да, апгрейд он available. Ну, все. Ладно. Да, лимитный корабль. Лимитный. Ладно, не обращай на него внимания. Ну и заодно я здесь сразу открою вандульскую вкладку, она самая нижняя. Потому что это уже Если это глейф э, и Blade это реплики, которые переделанные кораблики под человека. Скайф считается прям истинным вандульским корабликом. А суть, то же самое. То с кайф, что у Глейф одно и то же, просто у скайфа одно крыло вот такое здоровое, у Глейф два таких крыла здоровых. Хотя пушка, у скайфа та же самая пятерка сбоку также висит. Я а, говорю, ты вот... это за косу говоришь сейчас, да? Да, 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 да. Угу. Вот. Блэйд это их мелкий уже сородич, с, э, с пушечками поменьше, и размер кораблика поменьше. Вот, как бы также на нем один человек летает, и прям сказать, что он мега-нагибатор и так далее, вот Блейд точно нет. Глейв и Скайв, да, висят пушки, две пушки пятого размера, они, правда, очень больно делают, а мелкие кораблики буквально с одного, с двух попаданий можно убить. Как бы корабль сильный, Блейд нет, а цена у него Нормально так, кусается проще, на мой личный взгляд, взять себе какой-то человеческий корабль, который будет более сильный, в отличие от этих корабликов. Но тут уже, ребят, на свой вкус, как говорится. Раулер. Корабль, который мы ждем в этом году. Корабль инопланетный, и именно, опять же, дропшип, в котором размещаются люди, которые прилетают, они все дружненько выпрыгивают, у него раскладываются а, движки таким щитком, вот. Плюс у него, откуда люди выпрыгивают, там еще защитный экран. Как бы, блин. Это, конечно, лучше обзором показывать, чем вот так вот пытаться объяснить. Интересный дропшип будет получаться, а вот круче он, чем Валькирия или нет, это уже надо будет смотреть. Пока про него прям мега много инфы не могу выдать. Добавишь что? А, могу добавить то, что он появится в патче 3.8, на него обязательно сделает турбообзор, поэтому не пропускайте его обзоры. Ссылки есть под видео. Если вдруг вы не подписаны на его канал, тоже подписывайтесь. Также я хочу добавить, что а, в этом году, в этом году, 23 -го числа, ребят, 23 числа мы будем проводить рейстрим с переводом. Не пропустите его. Поэтому Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну и а также наша команда едет в этом году на CitizenCon. Мы надеемся, что они нам смогут привести все-таки а... руку Криса, сиськи Сэнди. Эксклюзивный материал, да, друзья, мы заговорим сейчас, конечно же, за эксклюзивный материал, не тот, который мы нашли недавно на порнохабе, ну да ладно Вот, но вопрос заключается в том, что мы все ждем интересующие нас, получить ответы на интересующие нас вопросы Скажем так, вот. за кулисье мы сможем с вами да. какое-то узнать, увидеть и так далее мне, меня интересует, как и у многих, это, конечно же, локализация сквадром 42. Не Star Citizen. Стар а. Ситизм, а вот Сквадром 42. Будет ли локализация, или будут хотя бы титры? Это немаловажно, я считаю. В общем ну, Как это... в gta по сути. Я вот лично именно вижу так, потому что. Какой-то, если вдруг какая-то наша русская компания кривая будет этим заниматься, это будет боль. Ну, только не Фаргас там или еще. Ну, вот и я про это же вот. Только мне не... титры хватило бы, вот правда. Ой, не титры, а субтитры, субтитры внизу. Субтитры, да, -то. да, да, да. Я, я тоже хочу услышать, потому что там актеры, голливудские актеры. Мне хочется послушать, как они играют. То есть, ну, да. вот это очень важно, я считаю. Ну, ладно, это мы к 23 короче, все увидим, все узнаем и все в таком же духе. Погнали Крюгер. Крюгеры. Всего два кораблика, вот, которые выпускают свои кораблики специально для нескольких кораблей. констеллейшенов серия. Потому что эти кораблики, что Мерлин, что Архимед, они крепятся к двум определенным кораблям. Constellation. -ы. Либо простые версии, э просто Таурус и Аквила. Вот, либо к Фениксу, это крепится Архимед, виповый кораблик. Вот, вся их разница, только в одной штуке. У одного есть пулемет второго размера, у другого его нету Ну и креслицы Шторка. там кожаные как бы... премиум класс да Да-да-да-да. Как... А так... Мы эти корабли получили уже в этом... Там, в да, этом они паре. есть, их уже реворкали даже. Оба да, корабля это... доступны. Самое тупой что они могут просто летать, как и MPU-вишки, просто туда-обратно. Варпать куда-то они не могут. Просто сел, покатался вокруг там чего-нибудь и пролетел обратно к своему кораблю. Пристыковался и, и усвистел дальше. Системы стыковки пока еще нет. Дальше. А, миски. Вот миски я люблю. Это офигенно. Промышленные, промышленные корабли в основном. Да. Представители промышленных кораблей. Старые иноп... с инопланетными технологиями. Арфарер. У него есть две версии обычные и Джемини. Где-то там, короче, пониже. Вот. Это заправщик. Сначала его говорили, что он будет собирать квантовое топливо. По сути, самое дорогое, все в таком же духе. И потом как-то что-то начали, короче, с этой темы сливаться. Но при любых раскладах. корабль лично мне дико интересен. Это один из первых кораблей, который я себе брал, чтобы зарабатывать деньги, по сути, из воздуха. У него сзади стоят канистры. То есть ты мордой корабля пролетаешь, какой-то газовый гигант, собираешь какое-то там топливо, которое механики опять же нету, какое именно топливо ты будешь собирать, пока более точной информации нету, но все же. Что-то ты там собираешь, все это перерабатываешь в топливо, которое хранится вот в этих вот баках, и ведешь это продавать либо игрокам, либо на станции заправки. Либо, когда появится система модульности, ты все эти баки нафиг снимаешь, ставишь в себя грузовой модуль и больше груза можешь таскать. В игре эта туша прямо сейчас доступна, очень тяжелый в управлении, реально громадная туша. Несколько этажей, в которых я даже до сих пор могу заблудиться, хотя сколько раз по нему бегал, но блин, все же. Вот корабль реально очень интересный. Опять же, либо деньги из воздуха, либо торговля. Вещь классная. В версии хулов, Пока корабля в игре нет. Потому что нету стыковок э, и специальных станций. Хотя, по сути, на новых рестопах там можно стыковать, как бы эти появляются, но пока еще нету. Да, Механики нету, еще... тупо. Да, да. да Хулы, несколько... их несколько версий. А, Б, С, Д, Е. От самого мелкого к самому громаднейшему. Просто вот Е это прям. Я не знаю, там миллионы, миллиарды, наверное, можно будет на нем перевозить. Вот открою вам для понимания три версии. Е. Здоровая туша. Прям писец громадная. Она по размерам будет как Capital Ship. И очень много грузов может вот так вот блоками, блоками, блоками на себе тащить. Пул Б, как вы сами видите, цепляет всего Четыре уже таких отсека, он в разы меньше. Ну и хул Д вместо четырех, как у Е, у него три. То есть от меньшего к самому большому получается. Корабль чисто только для торгашей. И самое главное, на этих кораблях вы не сможете торговать э, на планете. Потому что когда вы раскладываетесь, и вас загружают этими ящиками, 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 их просто херово куча, я не знаю, сколько денег надо, чтобы затариться полностью на эти корабля. Копите бабки игровые. Вот. Когда вы затаритесь, вы сможете переводить эти грузы от точки А в точку Б только, где есть космос. Потому что если вы захотите груженный сесть в атмосферу, вас просто разломает нафиг. По крайней мере, так говорят сами Циги. Как будет потом, это уже другой вопрос. Но... Да, на нем можно будет зарабатывать просто дичайшие бабки. Это самые топовые торговцы. Опять же, только в космосе. На Землю вы на них не сядете. Грузовички такие. Да. Мини -мини -мини. Ну, мы, конечно же, все ждем Хул Z. Версии Z? Хуз. Да, 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 да. Фрилансеры. Кораблики, на мой взгляд, реально интересные. Как вы сами помните, есть разные версии тех же Хорнетов, там до стелла мы еще не дошли. Вот у фрилансеров, по сути, такая же линейка кораблей под разные нужды. Есть просто фрилансер. Он мне лично напоминает тот же самый Катлас Блэк, как бы и пострелять что-то может, а и турелька сзади есть, куда можно второго человека посадить. И места у него, кстати, побольше, чем у Катласа. Uh, но он менее поворотливый, в отличие от того же Катлоса. Но пушки офигительные на нем стоят. Франсер Дюр уже исследователь. Большие топливные баки, уже сканер. Вот, и внутрянка вся та же самая. Франсер Макс. Здоровые движки, усиленные. И большая жопень, куда можно грузить очень много а, груза. И самое главное, все это закрыто, защищено. Если по вам стреляют, груз ваш не повреждается, потому что он внутри корабля находится. Все корабли, кстати, в игре уже доступны. Вот, а фрилансер Мисс. Вот, кстати, воякам я бы рекомендовал на него обратить внимание, потому что корабль лимитный. Вот, и что меня больше всего радует, у него торпедный револьверный аппарат. Хорошие подарки может вас пускать. И самое главное, гнивая мощь и щиты у корабля реально хорошие. На нем повоевать прям реально можно. Но опять же, я напоминаю, все фрилансеры очень тяжелые в управлении. Не как старфары, конечно, но все же. И легкие корабли вас могут просто закружить и спокойно вас просто расстрелять в бок либо в задницу. И ничего вы просто с этим не сделаете. А вот пока вы летите лоб в лоб или вас еще не видят, торпедами закидать, этот корабль прям прям дико сможет. Джемини, Старфарер. Как я говорил, Старфарер просто это топливный заправщик, а Джемини, по сути, корабль поддержки. Прям в бою он может врываться и помогать своим союзникам и их там заправлять. Потому что у него уже более толстая броня и более толстые щиты. И плюс еще усиленная турелька сверху стоит. И вместо Опять же вопрос модульности На морде вместо собирательной вот этой фигни которую газ будет собирать Там стоят ракеты 9 штук третьего размера Мелкие корабли по сути Тук-тук пообгонять он так сможет Этими ракетками А вот турелька сверху она накидывает прям Ого-го Но опять же вопрос брони Всё. Версии релиантов Их несколько Мне все релианты не нравятся По честному вот правда, ребят. О, да, это уникальный корабль, который может вертеться либо вот в такой плоскости, либо вот в такой вот плоскости. Смотрится прикольно. Обзор посмотрите. Вот. Но, блин, лично они мне по управлению я не могу, я горю, они мне лично не нравятся. Опять же, это лично мое. Риллиант Кор. Маленький кораблик, который легенький торгаш, я бы так сказал. Там всего лишь 6 ящиков можно повозить. Титан лучше, напоминаю об этом. Как бы... Да и херня, короче. Ладно. Мака, корабль, репортер. Механики нифига никакой нету. Это уникальный корабль, это единственный в своем роде, который как-то там будет следить за новостями, у которого на крыльях стоит специальная камера. Как это что будет работать, пока рано. Сен. Это, по сути, исследователь. Опять же, я напомню, механики нифига нету, внутрянка у него, ясно дело, отличается, как и у всех других. И релиантана, корабль пострелять. У него сбоку стоят уже специальные турелики, которые стреляют, и плюс у него есть еще ракеты, которые с корпуса также вылетают. Еще. По, по, релианту стоит добавить, ребята, именно релиант. Мы 85% съемок используем для последнего контракта. Действительно, если вы хотите заняться ну, делать красивые скриншоты, красивые видеозахваты. Релин подойдет очень даже за счет своей обзорности. Также рядом может сидеть ваш э, со пилот У него даже отдельная есть камера для мака. Но ну, она до конца еще не реализована, но тем не менее, в будущем она будет доделана. Для Поэтому... видео, делав и скриншоты делов скажем так, да, это реально офигительный корабль, это уникальный корабль. Обзор у корабля просто божественный. Но Отличнейший. Когда да. его допилит, это еще хороший вопрос. Эндевор. Эндевор mm. это... Да, 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 ты правильно. Вот это корабль лично у меня, он больше вопросов вызывает, чем как бы, что это за фигня. Потому что сам корабль стоит не так дорого. Вопрос в его модулях которые к нему да. цепляются. Потому что, по сути, вы берете сначала вот эту вот тушу. Только ее, да. Вы ее можете отстегнуть от вашего основного отсека, на ней там полетать и все в таком же духе. А вот модулей на него ставится реально большое количество. Это и исследовательские поды, и жилые поды, и ремонтные поды, и сканеры усиленные, и фермы. Медицинский, да. Медицина, фирма, да. да. То есть вы его собираете сами. Можно на него нацепить 4 модуля. Какие эти модули будут? Вы уже решаете сами. Если правильно помню, чтобы купить все модули. Кстати, на модулях отдельная страховка стоит, что самое меня больше всего забавляет, вот ей богу. Но а, полный пак самого корабля со всеми модулями стоит один косарь. Не-не-не, а, корабль стоит там 200, сейчас я скажу, это только тысячу стоит, по-моему, сам кит, ну, ну, ты понял? Ну, да-да-да-да. А, да. Могу ошибаться, конечно, ну, в общем, Endeavor стоит 350 долларов, а модули на него стоят 1000 долларов, но, опять же, по-моему, блин. Не, а я как не я помню, помню это что? с модулями косарен получается. Ну, как я и говорю, корабль, который общем, ребят, больше вопросов пока долларов. вызывает. Да, в общем, ориентир 1000 долларов, и я вам хочу сказать, Endeavor, э -э, если они его еще расширят, либо добавят и отдельный модуль, который позволит собирать Эндеверы, то есть такую, знаете, станцию строить за счет других Эндеверов, это будет очень даже интересно. Можно так сделать свою какую-нибудь клановую станцию. Там больше... Таким Интересует а, вот Супер что это за фигня, еще какой-то мега-мега офигительный сканер, как бы это уже вопрос к исследователям. И самое главное, когда говорили про систему, а, про механику а, первой помощи, именно на Эндеворе в бед отсеке можно будет там буквально с того света людей спасать. Это самый-самый-самый-самый топовый медицинский отсек, который вообще... Среди всех кораблей будет получаться. Тысяч, тысяча он стоит, в общем тысяча все-таки вместе а, с кораблем. Ну, вон, он тоже написал Месяц да, вместе с корабль. Я правильно помню. Да. <связь> 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 да. вот. Но опять же, да, корабль, который вы сами собираете под нужды вашего там флота, ваших друзей и так далее. Корабль вот один из самых интересных вообще в игре, на мой взгляд. Потому что у него, что хочешь, в него пихать. И опять же, фермы! Вот у тебя есть жена или девушка, которая любит фермы. Вот, ты пошел там отдыхать, она пошла там, пособирала, там, пополола, там, пособирала. <с, 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 а ты пришел, все это полетел продавать. Ну, как-то так, короче, я это тоже вижу. Ну, ладно. Погнали дальше. дальше. Да, а, а то я на проспекторе прям, я долго могу зависнуть. Проспектор. Один из офигенных кораблей, уже прямо сейчас в игре доступен, как я помню, он не лимитный, его можно так прям приобрести. Вот корабль, который летает, сканирует и собирает руду. Вот, жалко до конца корабль еще не допиленный, чтобы что-то насобирал, соединилось, как бы тебе приходится самому летать. Но бабки зашибать буквально из ничего на этом корабле реально можно. Пролетел, нашел хорошую жилу, жил очень много, можно даже потратить там и полчаса и не найти нормальной жилы. Либо пролететь и сразу нормально так бабок зашибать. Вот, поэтому, ребят, кто хочет день, деньги делать из воздуха, этот корабль прям для вас. Тем более одно место, спокойно сел, полетел, порелаксировал. Как бы корабль, ну правда, это офигенный. Блин, я не знаю, что про него еще говорить. Он, он просто классный. Прям топчик. Ладно, погнали дальше. Разные версии рейзеров. По сути, они все гоночные, на мой взгляд. Razer просто гоночный. Razer EX X стелсовый гонщик, опять же. Вот. И LX люксовый гонщик. Простая же повозка с точки А в точку Б быстро перелететь. Это все, что я могу про них сказать. Все считаем, все просто. народ, считаем, сколько раз за стрим Турба сказал офигенный кораблик. Мое личное мнение. Слава же, повозка. Ну, тут много же повозок, чего Ладно. Да-да-да. Вот. Да, ребят, как бы... Касательно Рейзера такой, знаете... Ну, это для ребят, которые увлекаются больше гонок, гонками. Ну, лично мое мнение. Да, стелс лакшери, но да, они очень быстрые, шустрые. Хорошие корабли для перемещения внутри э, планетарной системы. Но не, но не межпланетарной. Да, ну, на... Задолбаешься лететь. Да, это лично мое мнение. Корабль стеклянный, быстро дохнет, как бы, ну, вещь такая: гонщик, то и гонщик. Origin. No. Origin. Это мануфактура, которая прям вот VIP, шик, блеск, красота. Прям чтоб все прекрасно понимали, что ты прям вот баблом вот так вот сидишь немцы. и раскидываешься. Немцы, немцы. Ну да, типа того, как бы. Все должны видеть, какой ты крутой, короче. Начинается серия трех соток. Хотя тут иксы почему-то идут, ну ладно. Не, ну, ну тут трехсот, пойдем и по и ниже, Да, И ниже там да. есть. Я думаю, смотри, давай, знаешь, как поступим. Если тут 300, как мы перемотаем сразу 300, 315, 325 ну, и 350. Не, давай трехсот. лучше по порядку так. Так а тут вот да. а там сиди, ищи, а тут как Титан в самый низ там сиди, прокручивай, заколебешься. А, простая версия трехсотка, ка а, Ее многие сравнивают с Титаном, потому что тот же самый каргохолд а по пушкам чуть послабее получается, чем Титан. Но да, он реально красивый. Вот, ребят, правда, посмотрите обзор, у него обзор корабля, внутри какое место, там прям. Все очень классно, все очень четко. Корабль реально хорошо смотрится и очень хорошо и плавно управляется. Ты прям вот летишь и просто тащишься, прям вот на расслабоне. Реально, вот ощущение, когда ты сидишь в кокпите каких-то разных кораблей, хотя, по сути, я сижу вот перед своим рабочим столом, но когда ты вникаешь в игру, там, с джойстиком, вот в трехсотке ты балдеешь. Вот мое личное. Это классно. Иксы. Их несколько версий. И, по сути, все это обычные как и Nox, как и Dragonfly, обычный граф Лев мотоцикл. Просто один. На одном стоит сканер, на другом ты усиленные... А, приводы, хочу сказать. Движки пошустрее топит гоночный. Вот, и на одном просто еще пушка стоит дополнительный, чтобы ты кого-то, может быть, подстрелил. Корабля еще в игре. Корабля. А, мотоциклика этого в игре еще нету. Поэтому пока ждем. Ну... Ничего а такого. Тут, а, тут стоит отметить, что туринг это туристический, рейсинг гоночный. Ну и пас, пас, пас Финдер он больше боевой. Ну, Infinity, ну. Да, мой взгляд обычный, просто сел, полетел. Ну, в общем, все. Да. Подкрасся там. Ну, ладно, поехали дальше. Мотоциклы есть, мотоциклы. Шестисотые. Да. Шестисотки, ну, это один из виповых больших корабликов. Покатать VIP персон либо своих друзей. У них единственное отличие, по сути, немножко только во втутрянке. Один может возить еще какой-либо груз либо машинку ту же самую у себя внутри, а у другого просто побольше места, где можно больше посидеть. Вся их разница. Но, но... летающая экспедиция, это все-таки для исследования, а туринг это для перевозки пассажиров. Ну, так, да. А для меня не оба, блин, красиво полететь и все. Для, блин, на, на, на данный момент да. Я не могу, ну да, пока нету механики, я просто эксплор не могу как-то рассматривать именно как полетел и поисследовал. Для меня это просто виповая же повозка и не более. Но опять же ждем, да, у него отдельные сканеры типа стоят в отличие от Туринга, а как это и что, ребят, ждем механику. Все просто. Во, серия трехсоток наконец началась. 315й. Если правильно помню, по ценовой категории это второй по крутости, первый был это Мустанг Бета, потом идет 315, -й. опять же это версия исследователя. Вот, но ничего в нем внутри в отличие от 300ки отдельного нет, кроме как <краски> раскраски желтенькой. Вот, но да, кораблик один из самых дешевых, чтобы ты полетал, посканировал, что-то там поискал. 325ка. Даже сейчас на нем многие военные летают. Опять же, у него управляемость очень хорошая. На него можно повесить реально хорошие пушки, которые мелкие корабли вообще прям лопают. А это корабль сам по себе небольшой, а дамаг у него реально хороший. Вот, и плюс ракеты. Ну и самое главное, у него еще можно посильнее щиты впендюрить. Корабль хороший. Если правильно помню, он просто так даже продается, можно спокойно взять. Поправь, если не так, вот прям Свободно. А, вроде свободно. И я помню одно, ребята. Я могу сказать одно: серия 300-х кораблей это на сегодняшний день единственные корабли, в которых можно делать. Этот, улучшать внутрянку за кэш. Вот, меня сейчас поправили. Да, вот узор спасибо. У 315-го больше ящиков можно возить с собой. Вместо 8 а... ящиков стандартных, у него 12, да. 325 тоже, кстати, ящики возит, но уже в куда меньшем объеме. И 350-ка, один из самых топовых гонщиков. Цена, кстати, довольно-таки да. кусачая, но мне чем нравится, в отличие от того же Мустанга и м 50 вот он, кстати, ниже, mm -hmm. вот, а в 350-ку можно запихнуть с собой целую кучу людей, там места много и там есть кровать. Я напомню, когда ты улетаешь куда-то в жопу мира, ты ложишься в кровать, делаешь логов, при следующем заходе в игру ты появишься там же, где ты и вышел. На Мустанге и на М50 и на Рейзере, гоночные кораблики, вот, там этого нету. Ты сел за штурвал, долетел, вот только там уже выйдешь из игры. А здесь ты можешь прям где угодно и плюс еще толпу людей с собой возить. 350-ка, на мой взгляд, среди гонщиков она вытаскивает. И по скоростям, кстати, она топовая. Считается. Она чуть шустрее, чем М50 летит, не намного, но все же. Но М50 он офигительно смотрится, прям вот на мой же личный взгляд, опять. Вот, а, кстати, его скоро будут реворкать. Надеюсь, он хуже не станет в конце концов, потому что прямо сейчас он мне дико, дико, дико нравится. Прям много людей запихнуть и там есть кровать. Кому чего? Ну да ладно. 890 -ый. Ну, <coughs> блин, если вы наши стримы не смотрели, то вы, ребят, много попустили. Потому что 890 мы на нем много летали. И это, это прям вообще прям такой, такая виповый же повозка, что прям круче нее я даже не знаю пока вообще что-либо еще есть или будет даже. Обзор шикарнейший корабль, громадный. Там можно прям такие тусы проводить. Там есть бассейны, сауны, джакузи. Короче, летающая база отдыха. Цена тоже, кстати, кусается. Я уверен, на нее будут специальные задания. Каких-нибудь там VIP-VIP-VIP людей. Повозить за бешеные бабки. Покатать куда-то там что-нибудь красивое попоказывать и так далее. И самое главное, к 890-му идет сразу... Такой же снап, как и Караку, как и Кстели и так далее. Это 85-ка ее внутрь пихаешь, вот, и когда кто-то из гостей хочет покататься, ты этот 85-й, кстати, довольно-таки маневренный, еще и пушки имеются, и плюс два человека сразу там можно катать, и вид офигительный внутри кукпита прям, ты чувствуешь прям роскошь корабля, вот, садишься, взлетаешь с палубы 890, вылетаешь там, радуешься жизни. Корабль прям вообще класс, но для соло игрока он в пенде сдался. Просто. Но тут уже на ваш вкус и цвет. Сотки. Вячеслав, ты тут? Да, 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 я здесь. А, а тут такая тишина, думаю, я уже не вылетел ли там опять. Нет, 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 все нормально. Ты 85х пропустил. А, кстати, да, вот Зор правильно сказал, я забыл об этом напомнить. Среди всех снабов, которые цепляются каким-либо кораблям, у 85-ки есть а, прыгательный движок. Если там крюгеры те же самые и так далее, они не прыгают, 85-ка прыгает. Сотки, их в игре еще нету. Когда будут вообще фиг его знает Типа, как считается, уникальный корабль, потому что у них стоит система сбора топлива. Как бы, грубо говоря, ты пока летаешь, ты будешь бешено восполнять себе топляк. Сотка самая простая версия: 125-ка ты на ней еще можешь побольше повоевать. И 135-к, на ней побольше сможешь э, повозить ящиков. Маленький корабль считается и стартовых корабликов. Когда будет? Ики узнает. Но я думаю, будет прикольнее какая-то фигня. Да, посмотрим. Так, ну что ж, переходим. На Ориджинах. мы все. У нас остается еще Роберт Space Industries, там и Тамбрелл. Потому да. что Тулы мы уже показали. Ну, давай, в RSI там. R RSI, все интересные. Uh, серия констеллейшенов. У них под разные нужды есть свои кораблики, как и фрилансеры, и все в таком же духе. И их очень часто сравнивают именно с фрилом. Фрилы против стел. Не знаю, как бы, они реально очень схожи. Стелла Аквила. Корабль сделан специально для экспедиции, для большого сканирования. У него есть снизу боевая турель, сверху турель с радаром. Вот, улетели, что-то там поискали, в трюм к себе запихнули, либо у вас сзади машина вообще стоит, которую вы можете с собой возить. И гоняете. Как бы корабль реально классный. Вот, правда классный. Ну, следующие стеллы ниже будут. Полярис. Блин. В игре пока этой туши нету. Но обращаю внимание, по сути я думаю даже для соло игрока эта туша тоже подойдет, если будет у него возможность э, пулять ракетками с пилотского кресла. Да, у него много людей требуется для обслуживания, для его турелек и так далее, но его предназначение запулять торпедами самые большие корабли, которые будут в игре. Это прям дикий такой торпедоносец, корвет, который на своем брюхе может еще дополнительно вести несколько небольших кораблей. Как бы корабль очень будет офигителен и очень востребовательный. Один из кораблей, который многие ждут, но пока по нему очень мало инфы. Особенно, когда он появится. Ты не слышал, кстати, ничего? Ну, мало ли. По поводу Поляриса, есть информация о том, что его хотят увеличить. Это Циги, отвечая на вопрос а. по Мантису, влезет ли Мантис в ангар Поляриса, они сказали, что на данный момент сложно что-то сказать. Можно точно говорить о том, что корабль с размером Сейбер точно влезет, вот. и они планируют увеличить его корабль, увеличить его в размерах. То же самое, что они сделали в 890-м. Вот, это та информация, которая имеется. Когда появится Полярис? Когда? Полярис. У, у меня есть предположение, что вообще ближе к Бэйти появится, но не факт. Знаешь, это как это скоро? Т.М. Скоро. Да? Скоро. А многие пар... ждут Поляриса, я знаю, действительно, ребят, потому что он интересен по геймплею, но для него как такого геймплея не будет, это будет просто очередной большой корабль. Вот, да. Э, не более того Погнали Аврорки Если есть стартовые мустанги под разные нужды У авророк то же самое Аврора ЕС Вообще пустой корабль Который в пень никому не сдался Даже не вдумайте его покупать Все просто Так, ну здесь уже опять Почему так перемешку сделано? Ну как бы ладно Мантис Корабль, который нам недавно добавили, корабль у... Это один из уникальных кораблей, на данный момент это единственный, который может вылавливать ваши корабли прямо во время квантум прыжка. Ты хочешь прыгнуть там с порта Алисар, не знаю, на соседнюю планету, на соседнюю там систему и так далее. Ты прыгнул и такой пошел отдыхать. А тут Мантис раздул пузырь, поставил его на пути твоего следования, он тебя выбил из квантума. И пока ты не из этого пузыря не вылетишь, а это 20 километров, он тебя. Хотя, по дамагон он такой слабенький это корабль поддержки, поэтому он обычно летает с какими-нибудь тяжелыми кораблями, типа Харбенджера, там любых вангардов и так далее. И вас просто разбирают на куски. Вот. И самое главное, если они понимают, что они выловили большой корабль и он от них удирает. Манч сможет переключиться в другой режим, летать рядом с вами на расстоянии двух километров и вообще не давать вам включить квантум прыжок. И так он и будет за вами следовать и фиг вы что сделаете. Корабль просто дико уникальный, он очень сильно сейчас разнообразил геймплей. Это кор корабль бомба для соло игрока, чисто повеселиться, пофаниться тоже подойдет. Вот, корабль лимитный, поэтому посмотрите на него тоже. Он еще, он еще продается, кстати, да. со Слушай, долго. А, ну да, а, в общем, народ требует сливов. Давайте я вам первый слив дам. А вы там уже сами решайте, интересно вам это или не интересно. В общем, в прошлом году вы все про по прекрасно помним о том, что во время выставки Иджисов был выставлен экстерьер э, Идриса. А, какой же в этом году будет корабль? Как вы считаете, чат? Я считаю, это будет карак Турбо вполне возможно, кстати говоря. Карак, карак он уже готов. Мы можем, в принципе, в экстерьере увидеть карак. Я бы даже а... на Джаву поставил. Ну, вот, я думаю, все-таки карак они выставят. Почему-то. Просто... Потому что все-таки карак больше самый ожидаемый. А Джаву можно выставить. Не, у меня И... просто мнение на Джаву сложилось потому, что. А уже давно был слив, и потом уже сами Циги тоже дополнили, что Идрис и Java у них готовы. вообще практически готовы, да. Им ничего не мешает выставить их сейчас, просто не давать зайти внутрь, как это ну было да. на прошлой выставке. Как бы если уже снаружи-то все готово, а чё бы не поставить, как это было в прошлом году с Идрисом, выставить могут, спокойно могут. И у людей тоже от, отвиснет челюсть, потому что там размеры такие, что просто... Нормально, ну, нормально. Поехали дальше. Ждем, короче. Ладно. Урса-ровер. Есть, короче, простая Урса-ровер. Есть Фортуна, зелененькая. Вот, фортуну, ребят, не берите, потому что это тот же самый ровер, просто зелененький. Но плюс 5 баксов, опять же, за шкурку. Вот, машинка, которая помещается во многие а, корабли, в ту же самую штеллу и так далее, это вездеход, 6 колес, вот, внутри есть воздух, второй человек, как и сам пилот, может еще использовать турельку, есть места возить людей, есть место поставить груз, который ты там натыришь и так далее. Урса Ровер очень активно использовалась в последнем контракте. Вы ее видели. Машина реально очень хорошая. Покататься, постреляться. Тачка классная. Аполло. 3 Айдж и Медивак. Беленькая и красненькая. Оба под медицину заточены, а будут модульные. Как от легких ранений будут спасать, так и одного человека будут от самой смерти даже спасать. Вот. И разница у них единственная только в том, что один более бронированный и есть ракеты, а на другом такого нету. Все. Но корабль, опять же, ребят, для медицины, это один из самых топовых вообще считается. Их, по сути, только три. Катлас Ред, самый простенький, Аполло идут, и потом уже. Какие вот там. Э -э -э. Здоровый ты модульный, забыл. Endeavor, Endeavor. Как бы для тех, кто хочет своих ребят поддерживать или там неписи помогать по заданиям летать, вот эти корабли вообще самые топовые будут. Опять же, их пока в игре еще ребята нету, как и самой механике Стелла, Феникс Эмиральд. Обычный виповый жоповоз, только такого вот цвета за это вы и платите бабки, поэтому... И, кстати, Эмираль ты уже фиг возьмешь, это дико лимитный корабль. Он всего, как помню, один раз продавался, и все. Э, он продавался в этот э, праздник есть у... Патрика, Святой Патрика. Патрика, Святого Патрика, да. Да, как бы... Феникс это просто же повозка. Виповые, красивые, все дела, но, на мой взгляд, лучше даже шестисотка, чем это Стелла. Вот правда. Вот она обычная Урса Ровер, про которую я говорил. Фортуна зелененькая, Ровер простая белая, все. Андромеда. Самая базовая версия Констеллейшенов. Лично мне, кстати, нравится, потому что она может и постреляться, у нее очень много ракет, прям до усрачки, прям докидает очень хорошо. Есть хороший трюм, куда можно либо груз позапихнуть, либо ту же самую Урсу поставить. Вот, коллеги могут у вас сесть сразу в две турельки. Ну, вот как бы корабль реально классный. Есть кровати, вы можете улететь, сохраниться, там, все дела, как бы. Для тех, кто хочет на большом корабле своей группкой полетать, вот корабль прям офигенный. Версии Авророк пошли. Дикий разнобой у Ирисаев, ну да ладно. LX, Pathfinder. <laughs> В отличие от обычной версии, здесь стоят усиленные пушки, есть ракетки и кожаные сиденья. Все. Ребят, Авроры даже не смотрите. Ну, ей-богу, фигня полная. Ну, как бы ладно. МР, стартовая версия, практически пустая, как и ЕС, просто пушечки есть. Чуть-чуть посильнее. Фигня полная. ЦЛ. Пока она еще не доделана, кстати говоря, но в отличие от обычных авророк, она обвозит больше груза. Если правильно помню, там 8 или 10 ящиков. Забыл уже. Но как бы это торговая версия. Опять же, Аврора говно, лично мой взгляд. И «ЛН». наверное, один из еди единственных кораблей из Авроры, который лично я еще хоть как-то могу сказать, что нормальный корабль, потому что Элен это вояка. Четыре пушки, две из которых второго уже размера. Вот можно поставить третью ракету одну, что уже даже сильно будет. Вот щиты более-менее посильнее, чем в отличие у других кораблей. И броня посильнее, как бы повоевать на нем против мелких корабликов можно, но как бы на мой взгляд даже мустак посильнее будет. Но корабль лимитный, как бы если вдруг вдруг вам нравится Аврора, упаси вас боже, как бы можете посмотреть на этот корабль. Не, ну на самом деле, ребят, Аврора как стартовый корабль очень даже подойдет. По крайней мере, на сегодняшний день, по крайней мере, вы сможете туда поставить ящик, выполняя, ну, выполняя задания по перевозке, вы сможете ящики хотя бы поставить. Да. Единственный плюс, в отличие от Мусанга. Опять же, апнитесь в Титан, и не будет вам проблем. Ну, как бы ладно. Таурос. Один из очень тоже сильно и давно ожидаемых кораблей, про который циги все что-то никак не разродятся. Хотя лично я не понимаю, ну нафига, как бы я что-то диких каких-то причин его не выпустить до сих пор не вижу. вот Таурус это прям торгаш, аналог фрилансер Макс. У него большой карго-холд, вот куда можно реально очень много ящиков будет поставить. Но когда его выпустят... Это еще не самый важный момент. У Тауруса экранированный карго холл, как сказал Турбо. Да. И, соответственно, при сканировании товар не будет отображаться. Это очень важно. И, скорее всего, его не выпуск на сегодняшний день именно связан с этой механикой. То есть, с механикой полноценного сканирования. Хотя я бы уже, уже бы выпустил, и пофигу на механику. Хотя бы летайте, торгуйте, ребята. Аурус Таурус – это миф. Все. Ну, что-то типа того, да. Корабль реально очень классный, но когда будет, фиг его знает. Ладно, Феникс, как я говорил, в отличие там от того же Эмиральда, просто один зелененький, другой беленький, как бы vip же повозка и не более. Вообще никакого смысла в этом корабле не вижу, даже для соло игрока. Может быть, будут задания, там, как я говорил, повозить VIP-персон и все. Но я бы лучше 600 брал, чем этот Феникс. Вот. Не останавливаемся. Да. Орион. Орион это важный корабль, лучше на нем остановиться. Орион это топовейший корабль, который будет жрать астероидные пояса. Майнить, добывать руду. Ты пролетел на этом здоровенном заводе. У него размеры, как у Capital корабля. Он очень большой. Вот. И самое главное, он жирает просто все подряд. Если проспектор, он может более поточечно повытаскивать более дорогостоящую руду, в том числе и на планетах, на лунах и так далее. Орион летает только в космосе. И он жрет, жрет все подряд. Просто, да, у него внутри вшит, скажем так, свой такой завод, который более-менее будет там разламывать говно и, и там более-менее нормальные какие-то дорогостоящие вещи, но не так круто, как это делает проспектор более поточечно, как я говорил, хирургически, как это было на Вультуре. Орион жрет просто пояса астероидные, все это перерабатывает у себя, хранит все это натыренное вот в этих вот здоровых отсеках, и потом пролетает, и все это. И говно и хорошие вещи может продавать. Очень много а, места. Там помню, 1000 плюс СЦУ у него, сколько он может в себе возить. Это самый-самый топовый здоровенный корабль, который будет добывать руду Вот на него, ребят, прям обратите внимание, если у вас есть группа людей, да даже мне кажется, и соло-игроком можно будет летать на этой туше. Просто бегать из одного места в другое. Вот. Но на нем зарабатывать можно будет просто большие бабки. Опять же из воздуха. Касательно Ориона, стоит добавить именно в части самой распродажи. На сегодня, еще с прошлой распродажи, Орион был отнесен именно к тем кораблям, в которые апать нельзя. Хотя апгрейды вы можете найти, которым на сером рынке. Но вы их найдете по двойной цене если например у вас будет апгрейд 50 долларов то на серый рынок его будет продавать за 100 долларов такова вот судьба на день ориона также стоит добавить что вполне возможно в ближайшее время это ожидает и сам полярис если вдруг в этом году будет поля полярис будет еще оставаться Будет оставаться возможность mm -hmm. апаться в Полярис. Я все-таки вам рекомендую закинуть в себе пару апгрейдов, если вы в будущем планируете его себе приобрести. Mm -hmm. Вот. Поэтому Орион, например, к сожалению, на сегодняшний день вот такая вот судьба у него. В него уже апнуться нельзя. Поэтому вы сможете его только приобрести с 7-летней страховкой, либо если будет в каком-нибудь пакете, вот, например, ближайший пакет за две с половиной тысячи долларов, он там будет целый. чуть только так? Опять же, как мы говорим, все это можно будет накрабить в самой игре за игровую валюту. Да. Погнали, Тамбрелы. Тамбрелы. Наземка, часть из Шесть. которых уже в игре есть, часть еще нету. Рейнджеры, которые совсем недавно показали, это прям мотоцикл. Прям самый натуральный, что есть мотоцикл. С несколькими разновидностями. Один гоночный, другой может еще погонять и пострелять, а другой может возить на себе что-то там, что ты найдешь, пока будешь колесить. Такое-то с большой дороги, с плащом поехал байкер такой. Что-то нашел, запихнул себе в ящик и дальше втопил. Их пока еще, правда, нету, но я очень прям, прям дико надеюсь, чтобы их выпустили. Прям хочу на них покататься. Прям горю хочу покататься. Но я уверен, в игре они будут продаваться прям вообще за копейки. Ну ладно, ждем, что, как бы. Да. Дальше. Нова. Ну, ребят, по картинке вы уже прекрасно понимаете, что это, да? Это танк которого в игре пока еще нету. Когда будет, тоже, опять же, информации, что меня сильно печалит, тоже нету. Вот, но дикую боль он точно будет делать даже по кораблям, потому что двойные пушки четвертого размера плюс еще ракеты. Как бы он будет даже корабли выносить. Про мелкую наземную технику я уж вообще молчу. Но на него можно обратить внимание, если вы претесь от наземной техники. А так, по сути, нафиг не нужен. Циклоны. Их несколько версий. Простая циклонка, которая просто катается. Циклон ТР, когда вы сажаете второго человека на турельку пулеметную. Кстати, на данный момент там нескончаемые патроны, и нон-стопом просто едешь и стреляешь, и стреляешь, и стреляешь. Это вообще классно. Пехоту косить и даже технику косить можно. РС. Это у нас рейсинг. Топит прям Сильно отличается от обычных своих сородичей. Вот. Гоночный. И РН это э, рекон. Сканирующий. Единственный э, наземной техник, у которого есть сканер. Да, реально можно все ехать, сканировать, находить пещеры, находить других кораблей и так далее. И самый мой любимый это циклон АА. У которого стоит сзади две ракеты, которые можно поменять на более сильную ракету. И когда что-то Опять же, маленькое. Либо ты видишь наземную технику. Да, у него и земля и воздух. Ты эту ракету выпускаешь и разносишь нафиг своего врага. Против больших кораблей, конечно, эта тачка нифига ничего не может сделать. Кстати, единственная вещь, которая не указана а, в шипах, это баги, которые раньше продавались только за рек-валюту. Самая легенькая же поводка на два человека, маленькие баги с маленьким, э, как его, между землей и днищем, вот это место как называется. Короче, на самой маленькой э, почке она прям застрянет. Самая простая баги. И все, по всем кораблям мы пробежались. Ну что ж, теперь стоит подбить итоги, сколько кораблей, когда будет на фрифлае ну, прежде всего, в первый день фрифлая мы получим 11 кораблей, а, второй день 9 кораблей, третий 6, четвертый 16 кораблей, пятый день 4 корабля, шестой день 15 кораблей, седьмой день 4 корабля, восьмой день 9 кораблей. А, улетаетесь? По, ну, улетаетесь, да. Общее количество то ли 74, то ли 78 кораблей. Плюс 11 техники еще. Помимо кораблей еще будет техники. Всего 11, ну не всего, а 11 техники. Все это будет абсолютно э, доступно для вас бесплатно. Напоминаю, что в этом году э, выставка будет проходить на ARCORP Area 18. Скорее всего, после того, как будет залито, залит патч 3.7.2, мы будем постоянно появляться на Эри 18 что является очень удобно если мы не летим не улетим и не сохранимся в другом месте да да теперь момент по поводу по поводу сливов в самом начале стрима мы сообщили о том что до того как появилась вся эта информация ребят у нас просто информация появлялась во время стримов мы сообщили о том что по нашей информации должны появиться рыбки pieces. Это снабы для подкарак На самом начале стрима Во время стрима появилась информация о том, что они уже появились Ну, как бы уже эта информация подтвердилась это официально цигал. Уже в игре, что ли? Ну, не в игре, а имеется в виду, что а. ЦИГи подтвердили эту информацию То есть Как бы а, вот всю, рисунок -то вся, вот Да, всю, вся информация, которая до офици официального заявления ЦИК, считается сливом по факту Вот эти рыбки, вот они, ребята, рыбки Вот они, подтверждены то есть в самом начале стрима мы сказали, будут писцы. Во время стрима это подтвердилось. Ну так получилось. Также получилось, что мы сказали, что бесплатные полеты, сама распродажа будет 23-24 ноября. Но скорее всего после, после ситкона информация подтвердилась 24 ноября. То же самое касается и самой распродажи. На распродаже кораблей будет больше. Так что вот так вот. Оставляйте, пишите, пожалуйста, сейчас вопросы. У нас, я думаю, мы выделим еще полчасика на то, чтобы поотвечать на ваши вопросы. Лучше поменьше. Мне уже закруглять надо. Ага, я понял. Да вы, да вам Крис Инфу слил, вы все заранее знали. Да. Я да. был бы только рад, А, не, подожди, мы же на ЗПУ у Крест сидим. Я забыл, забыл. Не, ну, да, ну давайте тогда, 20, сколько, 20 минут у тебя есть еще турбо времени? Минут 15 лучше. А, пайсис по-английски, хорошо. Созвездие рейп. Кому пайсис, а кому, -писец. А кому Мы летаем на писце. А, новый лаунчер вышел, 1.3.0. Вот вам слив, еще один слив. А, есть еще один слив, ребята, это очень важный момент. Итак, когда выйдет Squadron 42? Есть информация, он выйдет раньше, чем, ой, точнее, позже, чем новая халфа. Капитан. Думаете? Да, 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 подтверждаю, подтверждаю, ребят, видите, новый лаунчер, подтвердилось. Когда выйдет 372? 372 выйдет... Я вообще думаю, что завтра, если честно. Либо ночью сегодня, либо завтра думаю, Мое личное. 20... Я думаю, он выйдет после ситкона. Мне кажется, до. Да. Чтобы все просыпались сразу в аре. А чего бы нет? За... Напомню: выставка, в 371 выставки нету. В 372 выставка есть. И чтобы люди не было. А, ну фрифлай начинается 24 числа. Mm, ну. Понятно. А, в плане Понятно. ситкон проходит, выкатывается 372 да, на лайф, да, и все да, да, погнали. Да. Хаос снова. Да. No? Спасибо большое за донат. Итак, yes, какие so вопросы? Вида картинок недостаточно. А что там? Вида. <laughs> так, можно, можно, если я пропустил, так можно будет купить корабль за реальные деньги. Можно будет купить, ребята, и за стор кредиты, и за реальные деньги. И страховка будет должна быть 7-летняя. Так, а рыба и ровер будет включен в карак или отдельно покупать? Доминион. Хороший вопрос. По идее, они должны вместе идти. А может и не будут вместе идти. Ну, если брать по аналогии с аквилой в которой идет и а, P50, P72 Архимед, P... не, не Архимед, идет. А это Феникс. Да, да, да. Просто да, Мерлин. С Фениксом идет, Мерлин. Да, там Мерлин идет. И идет Урса Ровер. То по идее с Караком тоже они должны идти. Рыбки и ну, mm. у Карака рыбки идут, и какой-то свой уникальный ровер, который до сих пор mm. еще не анонсирован. Да, да, поэтому я считаю, они должны вместе идти. Я еще прогнозирую, что рыбки могут стоить до 50 долларов. Если рыбки будут стоить больше 150 долларов, это будет, ну, да до 150 хорошо. долларов, это будет полнейший абсурд, мое личное мнение. А я бы максималку 75 бы озвучил, вот плюс минус майор. Я ну, уверен, он будет сейчас продаваться с пожизненной страховкой, как это обычно проходит, когда первый раз показывают корабль. И если кто-то смотрит на какие-то большие корабли и, опять же, готов вложиться реальными деньгами, что я говорю, нафиг надо, надо делать. Но ну, ладно, вот вы можете взять этот истца с пожизненной страховкой и улучшить его в нужный вам корабль. Вот это будет самый лучший вариант. Чтобы у вас был большой корабль с пожизненной страховкой. Мелкие кораблики брать себе отдельно с пожизненной страховкой. Ну, дело такое. Кораблики дешевые, как бы страховка будет по-любому дешевой. Это пустая трата реальных денег, на мой личный взгляд. Так, где-то был. Ребята, у меня чат подлагивает. Я приношу свои извинения. Я сейчас его выведу. Беда какая-то счетом с этим рестримом. Он меня начинает раздражать, маленько сейчас. Ребят. Меня-то как бесит, а, у меня стримы вырубались, уже говорить-то. Да так, здесь был где-то вопрос от Хантера. Э, секундочку. Секундочку. Можно ли про корабль реально деньги? Так. Когда выйдет Сталкер 2? Как только так сразу. Ситезакон 2949, Digital Goodies Pack. Это, это, что за пакет за 15 баксов? Что там, броня? Да, Михаил Кара, это такой же самый пакет, как в 2018 году продавался. То есть, это больше такой вот поддержка Разработчиков ну, на память. То есть, это будет лимитный. То есть, мы здесь получаем телескоп, мы здесь получаем плюшевый кораблик. Я предполагаю, что плюшевый кораблик это что-то типа будет висеть в самом корабле. Мы сможем повесить, мы получаем какой-то полный сет брони и трофей. Ну, какие-то трофеи, были? давайте покажу вам. пример 2000 долго искать в 2009 в общем так, ребят долго. я все-таки закругляюсь уж, ребят извиняюсь Я понял. тут давай требует ребенку уже спать все Мне давай круглота, и тогда, и так бегем. далее Счастливо. я продолжу а, тогда с людьми общаться. спасибо всем не забывайте наши ссылки внизу друг на друга в описании не забывайте подписываться на Торбо, ребят если вы еще друг не подписаны поехали так, дальше все откладываюсь спасибо Торбо тебе за информацию давай пока так, ну что же, ребят, обзор всех кораблей мы запилили. Еще раз, как это было в прошлом году. Многие новости вы прямо сейчас вместе с нами поузнавали, которые во время стрима вдруг Выкатывались это так довольно-таки интересно, вот поэтому не забывайте заходить к сети слово, ссылка внизу в описании есть. Я напоминаю корабли, которые мы обозревали. Я еще раз говорю: можно спокойно получить в игре либо арендовать, либо купить за игровую валюту. Не надо покупать за реальный, если есть возможность, если есть желание и так далее. Да, можете это сделать. Но самое простое, опять же таки, это вступить просто в организацию. Ссылка на нашу корпорацию также внизу и на наш Дискорд, где мы сидим, она внизу есть. Заходите, общаетесь, вступаете. Если вам какой-то нужный корабль нужно посмотреть, пощупать его руками и так далее, вот попросите его, зайдите вместе с человеком, полетайте на нем. У нас очень много кораблей, нам не хватает пилотов. Кораблями мы сами снабдить можем, нам люди нужны толковые. Поэтому вся информация о вступлении к нам, она внизу в дискорде состоит. Ну что ж, не забывайте ставить лайки, подписки и увидимся на канале. Пока-пока.